Я иду. Бля, чувак, это Сисанта звонит. Бля, ёбаный в рот. Писандра, про агентство не знаю, потому что нет у меня агентства. I'm so sorry, я поел. Теперь можно трахаться. Да, Раптор, ну вот, мы играем сейчас со своим стаком, нам интересно, нам охуенно, плейлистики мы тоже играем, в этом и смысл. А, вот эта машина Сисанты, вот что за Сисанты. Сандей, приглашай. Нет, секунду, слушай. Хорошо. О, блядь. Понял. Я, если что, ничего не делал. А. Понял. Ты прицелился, что ли? Нет, я говорю, я просто приехал, блядь, сбоку стоял, дожидаюсь, чем ты, блядь. У меня полоска ХП улетела меньше, чем за секунду. Да. Так, ладно, я пижу тачку. Тачка неплохая, ну, кстати, это вот эта бэха. Я хотел спиздить тачку. Да лох, ты умер, блядь, откисай. А что за тачка, которая в этом, чтобы... Уф, вообще, малышка. Забери меня. Ты шо, блядь, давай. А, ты делаешь квест этой или мастерской? Да. Слушай, мастерской, это не аграба? Нет. Квест мастерской, да пока все заходят, у Сени даже нет хобби еще, о чем речь? Да, пацаны, ну я потому что, блядь, в аграбе был, ебаный в этом разочке. Поэтому я и говорю, я стартанул эту. Да, тачка прикольная. Вот это же бэха, да? Ну, типа. А, нет, аудюха. Аудио это, да. Который сейчас на этом, в казике разыгрывается. Вы крутили казик? Не, сегодня еще недоступен. Я 40 минут тоже. А я вчера так и не крутанул тут. Да, блядь, я думаю... ну ты кто спалил-то? А. Я думаю купить... На Стробере руби. Куда, блядь? Куда, блядь? Южный Централ. Типа в гетто? Да. Сука, везде перекрывают гниды. Да я по хуевой дороге поехал, потому что тяжело, сука, от копов было уходить. А, или подожди, Ародос, а в этой миссии типа разные точки окончания могут быть? Да, две точки. А, понял. Да, либо на побережье слева, либо... там, справа по центру карты. Забыл корни, блядь, да я вообще никогда делаешь, нахуй не запоминал этой площади, ну, кубов, делал, блядь, да. ПД, нахуй, МЦ, а, все, что еще надо знать? Airport. Плюсы и минусы, заверни, спасибо. А, так слышишь, это? Когда ты приходишь один, тебе меньше денег дают, потому что ты меньше собрал, понял? Ну когда там скан... разница маленькая. Ну да, типа. 5 тысяч. Как это? Разница пиздец. Ну там, по-моему, дают 900. Думаешь, если взять... Если ты типа проходишь вдвоем, тебе дают 910. Думаешь, если взять 4 их, типа больше дадут? Не. Меньше дадут? Я понял, о чем ты говоришь. Когда ты... То, что сумку... Да, больше типа лутаешь. Я понимаю. Не, бывали квестовые фигни. Но... Я думаю, что вдвоем типа больше просто дадут. Четвером не думаешь, что больше. Не, ну ты понимаешь, в любом случае они же не делятся. Ты с четвером типа лутаешь... Ну смотри, ты когда один играешь, тебе дают 800 тысяч, а когда вы играете 810, вдвоем... 810, да. Тебе дают 900, и плюс твоему корешу 150 тысяч. Ну, и к твоему корешу всегда будут давать 150. Ну да, да. Зависимо от того, сколько ты налутал. Просто надо проверить на четверых, вдруг на четверых еще больше дадут. Но я не уверен. Не. Блядь, пиздец, че? Какая тупая проверка, блядь, а? Мне кажется, блядь, коп вообще на изи может вжменькнуть, так сказать. Понятное дело. Еще и наебали, блядь. Какие черти. Вы про что? Да тут, блядь, касцена сандеевского этого, мастерской. Y'all leaving money all on the motherfucking table for me to take.
but that's exactly what the fuck I'm about to do. Take that shit. The two of us put our heads together and we came up with a plan. Banks, dealers, the government. We sticking up all of them. Ебать. Нормальные выплаты там. Да. Нахуй мы вообще ограблениями занимаемся? Kenny's gonna be out finding new scores doing his thing. Ну, по идее... Вот это последнее ограбление, по идее, норм, где не надо. Ну, не стыдно проходить. Жестко, Киря, рад, что смог помочь тебе выполнить этот квест. Спасибо. Бля, а чё за куб 3D? Ну-ка. Так, мужики, я заезжаю быстренько в этот, в Пистро. Казик и рейди. А, это я понял. У тебя, наверное, Казик ещё недоступен, да? Хотя бы 9 вечера. Бля, я вот сейчас, короче, отправил тачку. Ах ты сучара, блять. И персонал, типа, этот, должен был ее доставить. И мне написало, типа, тачку доставили, но не... Типа, Тетрис на 3D-шный. Ну там хуёво, типа, я ее сделал, ладно. Пойду крутану Кази. Что это значит? Менять можно просто не брать подготовительное, выходить и звонить туда. Не так, подготовительное или... Мы будем хейст раз выбирать. Одна. Что я тут делаю, блядь? Нахуя? Я даже не знаю, что делать, пока жду, ребят. А, бля, у меня 43 минуты до колеса, ебаный, вряд ли захожу к вам. Можно заменить на граба кредитинговать? Нет. Эту тачку желтую, которую тебе дают, она чисто нужна для того, чтобы, если у тебя нету тачек стритовских, типа ты на ней делаешь задание и все. Купи просто любую стритовскую тачку. Так понимаю, это либо вот Джестер... Так я уже вроде полностью улучшил пингвин. Меня обогнать в казик, чтобы крутануть. Нет, либо а у меня недоступен еще... казик. Там еще 40 минут СНД есть совершенно. Там один только Бальбоа. Я не затюнил, вот она стоит, но не затюнил. Сейчас, подожди уж. Куда тебя приглашать? В банду. По организации. И меня тоже выгружусь в казик. Ай, блин. 3,5 секунды, да? 4. Там 3,15 Радос говорил. Не, говори, 3,15, ебать, 4,15. И зрение подсело руки Бальбоа и этот... И просто очки для компа, типа, чтобы излучение это блочить. Блин, Радос, неприятно. Блять, а где моя шляпа? Короче, глаза сильно оставались за компом, взял очки и теперь заебись. Вообще не близко. 4 крутил? Ну, 3,5. Ну так я же тебе сказал, 4,15. Это из-за того, как... Ну я не считал с секундомером, поэтому я не могу сказать. Этим X3 довольно выгодно иметь персонал. Тип 100к с каждой тачки в карман, а тебе только затюнить надо. Ну, блять, там же тачки не всегда приходят. Ну сколько он стоит, блять, этот тип? Продавс, выйди из своей хуйни, пожалуйста. А я не вышел, что ли? А, прости. Прости, я вышел из своих анальных пусть. Ну, блять, персонал стоит так-то вот всего 269. Если тип не наебывает... И наёбывает, то есть 3 тачки ты можешь купить его. Просто прикол в том, что тебе больше дают денег, когда ты сам заводишь. Просто тебе за доставку, ну, когда персонал доставляет, тебе же не платят за доставку, если знаешь. Чтобы изучение блочить, тебе же кактус купить. То, не хочу кактус дома. Не, так а понятно. А мне дальше что делать? Я имею в виду, если тебе сотку, блядь, дают за... Случайно въебусь с него рукой еще. Идет, не знаю, как цыпочек, но уверен, пару пацанов уже попались в эту ловушку. Жестко, ребята, жестко. Можешь сам тогда поехать. Ну или Мишаня, возьми до касценки, не знаю. Я хочу касценку. Куда ехать? Подъезжайте тогда к этому пирсу на пляже. А какому пирсу? Тому же? Нет, пирс на пляже, где колесо обозрения. Еще не могу зайти в свою эту теперь.
Так сказать, если вы попались в ловушку графона, а, потому что я могу в очках, сидушку, подарите Mortal Kombat 1, пожалуйста. Нет, вообще жопка не потеет, потому что... ну, жопа точнее потеет у меня, но потому что, блядь, как для того, чтобы не потеть. Но... Типа за крестом, когда сидишь? Да, за крестом. Понятное дело, блядь. Но нету такого, но, смотри, что... Потому что она мокрая, ты типа трёшься, и она как-то трётся. Зачем? Чуть-чуть чекнуть, конечно. Ну, она такая, типа, влажная попка такая, да, типа? Ну да, да, но я имею в виду, что материал, типа, на сидушке, оно не трется и цвет даже не меняет. То есть, ну, у меня, на моем случае, даже не поменяло как-то... Ебать, машина приятная цвет. По управлению. И сидушка не села со временем. Знаете, когда такое есть, когда ты такой сидишь, оно просто просиживается. Ну, просиживается. А да. Вот у меня такой нету за полтора года, сейчас. Ну это да, у меня тоже квесты вполне себе норм держится. Уже это... больше даже, 3, блядь, или 4 года даже. Вспомни, как долго у тебя прошло держалось. Да это-то, бля, эти офисные вообще неубиваемые кресла, если ну что. Ну да. У них там, нахуй, монолитная эта конструкция, блядь. Привет, Дикобраз Фирс. Читеры заебывают. Ставишь категорию GTA 5, читаки мониторят, кто играет из стримеров и просто дрочит. Не дают играть. Бля, Радос, а у меня такой вопрос. А ты видел, что здесь типа внизу пишется... Чел хочет на машину. Да, себе. Да, да. Но я же говорил, я поначалу делал то, что он хочет. Ну, точнее, если ты хочешь, чтобы персонал возил, то лучше делай то, что он хочет, и тупо отправляй. Потому что если сделаешь, как ты хочешь, отправишь персонал, он скажет, типа, что за хуйню ты сделал, типа, чел. Бля, я в прошлый раз ему, блядь, на похуй сделал свое, что-то привез. И говорю. Подлодки надо пустить, ну, да? Да, ну, мне 5000, да. Ну да, это когда ты возишь. Вот ты какой-то металлоискатель нашел. Видишь, 5000 скелет. Видишь, что такая хуйня, типа, чтобы потеть. Ну как потеть, чтобы... Да, вижу скелет. Короче... И ты что-то у него заутал? Делаешь сам, то лучше сам и возить. Ой, тут что-то можно... Карта сокровищ, блять. А я просто не вижу, это Кайо Перико, карта сокровищ. Привет, Максим, так вот. Перед GTA играли. Пацаны... О, пацанчик, ты реально утонул? Блядь, ты пригласишь? Сейчас. Я потопил тачку. Дела нормально. А кто это? Скелет. Это труп мафиози. На нем карта сокровищ какая-то. Меня убрали, что ли? А, это, видимо, потому что моя пушка. Куда ехать? Прям в тебя взорву. Да, куда ехать? На порт, на пирс. Интересно, а коп агрится от этой хуйни? Да. Фейерверка, да. Если ты посмотришь на карту, то при ограбите будут показывать метки складом. Такую хуйню говорят. Даже в ЕС вроде бы бензин. А, безвизовая. У меня в Молдове еще не безвизовая. Еще нас... вопрос, а как залезть на эту подлодку? Точнее, у нас есть безвиза, но там не безвизовая. Хотя нет, безвизовая, без виз, но на 3 месяца. Да, на 3 месяца можно максимум выезжать. Но я никуда не ездил. Хуй знает, соло куда-то ездить непонятно, не знаю. Красная. Ну, я имею в виду, куда ездить хуй, просто типа повидать какой-то город. Бра, травма началась. А что, мне надо на подлодку заходить к вам? Ну, если ты хочешь, видимо, костянку посмотреть. Я какой-то дробовик там охуевший заутал в подлодке. В углу. Не, Молдова не весит, но мы можем, типа... Не, заутал. Он светился для меня. Это я для тебя его там поставил. А, это пулик. Оказалось, это дробовик, типа, с такой, ну, толстой лентой, типа, дробовика. Это что за уёбище, блядь? Ну вот, типа, видишь, тут есть какая-то хуйня. Вот ну, она. Это типа, она как... она, понимаешь, это как в Тесла, блядь. Она как но бы есть, купить но... купить я не могу. Не, если ты заплатил меньше, то у тебя ее нахуй не будет. Ну, 1 800 000 еще столько же отдать, как за саму подлодку. Идите нахуй. Когда его? Блядь, 2 раза пройти квест, ну... А хорошо, как тебе сесть, Сандай, подъезжай. Так, собрать данные есть. Это есть? Уже подготовка, да? Ну да. Собрать данные, второстепенные цели, точки проникновения. Ебать, тут снизу у него РПГ лежит. Мы нашли все, кроме 3 ключевых объектов, ребята. Пиздец. Жестко. Файлы Мадраса 1 100 000, второстепенные цели 3 500 000.
То есть нам нужно найти, вернуться, что ли, или что? Да хуй его знает. А что мне делать? Какая-то... О, калаш. Подлодка какая-то огромная, на. Куда ты? Куда тут жмать, блядь? Где лестница, ебаный, вроде, подняться? А, подготовка. Добудьте транспорт доставки, чтобы добраться до Кая Перек. А, то есть не надо на лодку ебаную, да, залезать? Вроде бы нет, ничего не будет. Но это, вот эта лодка, типа, это у него там лежит, да, или что? Или что это такое? Блять, а это вообще ваша лодка, ебаный урод? Ну, только мы тут. Ну да, такого и никого больше нету. Ну-ка, ребята, вам... Тут есть транспорт доставки, смотрите, как я пока плохо понимаю, но давайте начнем с транспорта. Тут можно... тут несколько видов подготовительных. Первый — это транспорт, второй — снаряжение, третий — раскладка оружия. Бери просто любое, бля, ну не перебивай, ёбаный. Третий — раскладка оружия, четвертый — саботаж. То есть нам нужно будет транспорт. Достать какой-то транспорт, потом снаряжение, потом оружие, потом сделать какой-то саботаж. Начнем с транспорта, и тут есть несколько вариантов. Видимо, нужно, можно выбрать, да, какой? Вот подлодка, вот я нажал на неё. Угу. Сначала нужно подлодку использовать. Обязательно, блядь. Ну давай, да. Беритесь до зоны испытаний. Давайте прямо на подлодке, наверное, или давай нет? Да ебани не fast travel просто. Да, у меня есть fast travel. Fast travel стоит 10 тысяч, у меня сотка тысяч осталось, ребят. А что ты ее еще будешь тратить? На броники, как минимум, на разную хуйню. По скидке купишь, блядь. А, ну это далеко, да, туда реально лучше, блядь, тэпнуться. Да, бро, 10 тысяч все-таки, ну, вообще-то. О, зато, смотри-ка, сценку увидели, блядь. Сидят там магнаты долларовые, блядь. Я вообще-то мороженое магнат, если ты не знал. Такой, блядь. Какое мороженое хаваешь? Какое вот мороженое? Должен быть, не должен. Ну да, какое? Ты же магнат, ебать. Ну, вообще, вот, есть магнат вкусный клубничный, и есть трюфелем охуенный тоже был. Ой, блядь, а я походу зря вылез, да, нахуй? Да. Почему? В смысле? Блядь. Потому что Сандей плывет, нахуй, до точки. А, да? Ну, вручную он доплывает, да. А нахуй вышли-то? О, блядь. Тоже знал, блядь. А вы где? Вы где-то в другом месте, что ли? Я прям над тобой, блядь. Не, ребята где-то вообще в очке. Мы с тобой в лодке. Я прям над тобой, ебаный. Я с графоном в лодке у тебя. А, дымись, да? Блядь. Я вчера хавал охуенное мороженое с грецким орехом и карамелью. Поднимись, просто блядь. Разъебное. Ну и она долго поднимает. Супер вкусное. Здесь вешалка с костюмом подводным. Верно. Там зачем? Это что? Держи штурвал, мой капитан. Ты зашел, можешь пропускать. Этот лох, блядь, сидит в Сегу и играет, посмотрите на него. Типа делает что-то. У него на подлодке, блядь, стволы разбросаны, нахуй, видели? Да, я ж говорю, какой-то пулемет нашел, пулемет-дробовик какой-то, блядь. Я калаш нашел, РПГ и еще один, короче, не калаш. Тебе не надо покупать будет? Возможно. Да не, просто патроны лежат. Блин, здоров. Сори, спасибо. О, на подлодке есть камеры наблюдения. Ебать, я вижу Мишаню, нахуй, он пиздит. Да? Пиздит, ковыряется в носу, блядь. Неправда, я стою около планшета. Миша минус 5% за безделье. Так, ну я сейчас тоже пойду сяду и сделаю вид, что что-то делаю, как ты. Типа вот кручу вот этот вентиль, например. Сходил, забрал, кстати... Вот сейчас. Миша, приди на кухню. О, ебать, пистолет. Да? У нас тут есть кухня на подлодке. Я там на что-то навожусь уже, да, ребята. Да. Будьте готовы, мы на подлете 50 метров. Так а что мы можем сделать? Выход вот тут, Сеня, да? Да, мы выходим. А, так мы подлодку ищем, ебаный в рот. А мне надо выходить. То есть мы на подлодке ищем другую подлодку, правильно? Да. Ну да. Вообще, кстати, тупость, блядь, какая-то. Нахуя мы покупали подлодку, блядь, я если на ней не можем приплыть. Фу, бред, блядь. Hello, Павел.
Вот же она, блять, я прям в нее врезался, но. Так все, надо выходить и заходить. А погоди, а мы нахуй не задохнемся? Мне сказали, что у тебя на лодке СНД должна быть комната с этими, с подводными снаряжениями. Давай, Сеня, ты затестишь? Скажешь. Да. Я, веду, что я не ничего знаю, не знаю, ребят. Я купил, блядь. Меня ебут сверху, можете быстрее подводить. Кто ебет? Мэри Уэзер, да. А, стреляют? Да. Ну ты выжил, пока живешь? Ну да, да. Да, нормально. Ебашусь, блядь. Так что, надо выбираться? Ну я вылез. Два броникова ебал, правда. Нормально. Так, ну вот это место, чё, но я не вижу ни одного костюма. Можно, можно просто в касатку. А, во, вот, наверное. Нельзя это. Тендэн не купил, просто он же сказал. Попробуй выйти, даст костюм или не даст? Не, не даст. Ну да, не дало. А вы не умираете там? Не-не-не. Я ныряю на подлодку. Доплыть можно, если мне кажется. Я доплыл. А, да? От первого лица быстрее плывешь, если. Не шутка. А, ты взорвал эту лодку, блять, что ли, ё-моё. Физика вышла, так сказать, из GTA. Давно известный факт. Батька, мне кто-то прилетело что-то. А чё, я умираю? Почти умер, бля. Блять, а кто меня ебет, я не понимаю. Я. А, нас как будто трахает. Блять, я не могу вот отсюда просто выйти, нахуй. Меня багает. Я украл. Меня фул багает. Ты видишь, что происходит, Радо? Я вверх-вниз поднимаюсь, не могу ничего больше сделать. А все, да, вы забрали то, что нахуй нужно? Да, да. А, изи, блять, хорош, пацаны. Сюда, ну сюда. Бля, господи, какое же ублюдское задание, это шок просто. Он не стреляет через текстуры, как будто она. Да. Да, на лестнице есть еще от первого лица просто ебашишь. И спускаешь. Я понял, Сэндэй. Я на импакте, да, да нормально, чё, я убил челов на лодке одного там или двух и все. Там реально типа через текстуры стреляют. Че, вы на лодке, нет? Я на лодке. Я плыву с нашей лодки. Блять, ну как на эту хуйню залезть-то, блять? Можно зайти? Да, тут где-то вот тут можно зайти. Все, зашли. Я занес. Помогите доставить глушитель сонар на подлодку. Ну зашли, вы чё дальше? Ну может надо в главную комнату занести? Ну все, конец. А, все? Да. Господи, ну на подлодке сейчас другое задание выбирай сразу. Даже денег не насыпали, суки. Мне дали 10 тысяч. Серьезно? Да на ёбу будешь, блядь. Погоди, и вот эту хуйню всю надо делать? Ну нет, нет. На выбор, как я понимаю. А нахуя нам больше? Вот 1.6, это транспорт доставки. Мы на подлодке приедем. Ну, чтобы у нас было судно, чтобы съебаться, наверное. Транспорт доставки, типа, ну, туда доставить. Не отхода. Один, только один транспорт надо, типа, мне пишут. Можно выбрать самолет, а. Ты самолеты что будем делать, нет? Ну видишь, написано подготовка не обязательно, видишь? Ну, да. Типа ну, транспорт, может, да. Транспорт один, типа. Мы доберемся на одном транспорте, а остальные ты сделаешь просто ладно, смотри, так. Давай, ну, когда я подлодку свою сделаю, там мы сделаем все. Окей, давай по одному. А суть еще это мы твою подлодку будем делать, блять, а? Я шучу, ладно. Где плейлист твой можно взять? А это играет с Предзела музыка. Либо код от сейфа, либо подрывные заряды, либо резак, либо дубликатор. А это не есть как раз разные подходы, типа? Я бы брал, я бы резак брал. Я бы код от сейфа взял. Резак это мы походу туннель, что вы сфоткали, мы будем плыть под туннелем. Я думаю, это чтобы открывать сейф. Снаряжение вот мне говорят, либо ты взрыв. Все, типа, слышишь? Да, ну, вопросов туда нету. Или подрывные снаряды, что делаем? Что хотите? Я бы резак брал, да. Резак это вот это база, это основа. Видите, а это и замок вскрыть, вот, и решетку. О, красавчик. Вот это и... все типа. Сука. Все, короче, вскрыть. Блин, мне кажется. Вот, типа, нам дадут, я так понимаю, второстепенные 3500.
Пайлы типа мадраса на 1 100 000 дадут только. С языком мне нужны болторезы, он для туннеля и резать цепи для док-цевей. Блин, ну вот круто. Взрывчатка, говорят, тоже не нужна нахуй. Ой, блядь, что это такое-то нахуй? Куда мы едем? Мы едем же, да, правда? Ты понимаешь, блядь, что тут пиздец, куда ехать. Ну да. Ну, Кирилл, в центр города Фастерво закажи, да и все. Бля, может быть, тогда Кирилл сам будет выбирать, а мы это нахуй будем там, на земле, блядь, это делать. Ну, я типа хз, если честно, что у подлодки нету крыльев? Да нету вертолета, потому что должен быть вертолет. Нам, ну типа, чтобы подлодка могла взлететь и просто, ну, с крыльями. Ну, вертолет найдем. Бля, просто Кирилл зажмотил и не купил, бля, вертолетную площадку. Мы бы с ним улетали. У меня нет, блядь, денег столько, ты угораешь? А машины, вот эти, тачки, деньги, вот это. Вертолетная площадка вместе с вертолетом стоит 1 800 000. У меня было 1 300 000 выров лететь. Ага. Сколько раз А вот эту машину ты купил, вот эту Бентли. Сколько она стоила? Да, конечно, расскажешь. Да иди нахуй, блядь, черт ебаный. Ай, блядь. Все, блядь, ни одного быстрого перемещения вам больше не сделаю. А похуй, ты сиди дрочит. Ты сиди дрочит с Пашком, нахуй, в подлодке, папы пошли делать дела. Я знаю, Сандей, сиди пока в казино и возьми бесплатно, типа, 1 косарь, блядь. Че ты, блядь, грузишь? А, нормально. Это пора, блядь. Нет, так, а мы же... Мы же можем... Может, мы на радостной подлодке просто будем хуярить, да, и все? Да, нет, все заново делать. Да шо, что вы делаете? Бать, давай как в Титанике. Надувную лодку не можем заказать. Давай. Подрывные заряды, если что, не надо будет. Блядь, делать. меня сталкивает. Давай, держи меня, Лео. Да я, блядь, не... Ой, блядь. Ой, блядь. А как ты эти анимации делаешь? На капслок. Одно нажатие и многократные разные типа анимации. А у меня не делают, нажимаю. Ты, видимо, ничего не выбрал. А, ну, а как выбирать? Блядь, как отменить, надо... я сейчас пиздану, блядь. Бля, все, потеряли. Не, не потеряли. Ух! Блять! Пиздец! Ебать, сосиска нахуй! Вы заказывали? Блять, нормально. Хорош, да. А вот будет ультрамем, если сейчас за это за ремонт нужно будет заплатить больше 100 000, которых у меня нет. Реально кит на берег выбросился, блядь. Понял. Бля, я тут оставлю, короче, эту подлодку. Ну нормально, оттуда с ней же. На вертолете прилетим наверх и заберемся. О, ебать, я вижу машину Мишина. И чё? Я поеду, значит. В смысле? Вызывай свой транспорт, его сюда доставляют. Миша, гнида, куда ты поехал, блядь? Остынь, садись быстрее, блядь. Я так и хочу, блядь, у меня тачка далеко, пиздец. Сори, Миша, я бы тебя взял, но ты понимаешь, мест нет. Бля, Миша, я, ну ты смотри, ну у нас граната в руке, блядь, да. Подумай. Так вот, там личный транспорт не должен взорваться. Вот, я возьму эту банши. Давай, может, Мерседес возьмем вот этот? Да банши просто взять. Ну ладно, давай возьмем банши. О, еще банши хочешь? Не. Ты через две, может, ее, да, понятное дело, что он там не оставит ее на берегу. Мне почему-то кажется, что если подлодка на берегу... А что такая карта приближенная? На С нажми, не знаю. У меня карта пиздец какая. Кто на вертолете? Я. Сандей. Пацаны, блядь, пешком хуярят вот вплавь. Он босс. А вы куда-то улетели, не в том сидел. Что там, Миша, нормально все? Да нормально. Тут Кирилл уже прилетел на этом, на вертиксе. Что, встретили, разваливаем? А может, работяг не будем трогать? В смысле, они враги, типа. А, не, они не враги, охранники враги. Не, работяг, я не трогал, не трогал. Да, я похож на работяга.
Опа, я вижу, пацаны, то, что нужно нам. Добрал. Да, я тоже вижу. А нет, там их несколько надо. А. Да, пацаны, сейчас повезем его, блядь, если ничего к этому. А все или не да. все еще? Бля, работягу нельзя убить, пиздец. Найдите ящик с инструментами, в котором находится резак. Пиздец. Нет, ты нахуй поехать в магазин, блядь, да, и купить, согласен. Купить моих резаков там, блядь. Нашел. Пришли к челам просто ни за что, блядь. До стройки, на. Сэкономили, так сказать, $10. На вертолете? А, нет, пусть он сам, да, поедет? Да, ты, Киря, сдавай эту хуйню, да. А мы поедем дальше. О, типа... Бля, ну ебать, клоунская хуйня вообще, реально, супер неинтересно. По сути, Хос может просто реально не вылезать из-под лодки. И ему, по сути, даже ничего не остается другого. А, да не, нет, это кажется. Нет, не кажется. А что, какие там еще миссии были? Взрывчатка, код отпечатков. Взрывчатку вроде не надо. А, ну взрывчатку не надо, код отпечатков и... Что-то еще было. Ну, код от сейфа, ну будем выполнять? Да, ну, наверное, да. Ну, говорят, там все, кроме взрывчатки, типа, надо сделать. Взрывчатка это, типа, чтобы заходить через главные ворота и взрывать. Ну, тогда мне тоже нравится этот вариант тогда, в принципе. Не, так я думал, мы постарался будем. А, да? Ну там да, по-хорошему... Да. Ну там даже же сказал, что там просто спавнится типы бесконечно, если не пистолет. Да. Там мы... Дождитесь прибытия касатки. Мы же типа как будем делать, я так понимаю? Мы зайдем сначала, спиздим эти файлы, и когда будем двигаться в сторону выхода, условно, то мы можем залутать то, что мы можем. Ну там, золото, все хуйню. Броники купите набьются... пока, парни. Да? Правильно. Пока у нас не забьются типа эти рюкзаки, ну сумки, потому что они недонные. Ну точнее, не бездомный. Да, блять, рюкзаки, ты 10 слитков золота положи нахуй, ты уже в принципе не сможешь идти дальше, мне кажется, блять. Ну да, на тебе хватит, да, на всю они жизнь. Ж пиздец тяжелые вообще. 15 килограмм. Говорят, что за слитки, да, могут быть и маленькие, могут быть большие. Не, ну такие, знаешь, ну которые такие, big слитки, ну да. Не такие, как в Индиана Джонсе, типа такие тонкие, немецкие, не немецкое золото, короче. Представляет врагов, типа броников нету у них, плохие пушки, военный транспорт там меньше. Ну, пусть знает, нужно ли нам то, что... Такой слиточек бы, блять. Один. Да, это правда. Сука, так, жизнь бы круче сразу блядь. Стала. Сука, Илон Маск жадина, блять, не может денег. Чего, у него золото? Да, жалко ему, блядь. Так ты вызовись этим на Марс, типа, желающим, может он даст тебе там что-нибудь. Больно. Будет у тебя крутое будущее на Марсе. Ну тоже может. Зато прикинь, блядь, будем пиво пить, и ты такой, бля, пацаны, прикиньте, Илон Маск мне на клыка дал, о, охуеем вообще. Чё, ещё будем чё-нибудь какие-нибудь? Ну, да. Да, остальные делаем. То есть все давай, снаряды делаем. Удачи. Подрывные заряды, дубликаторы отпечатков. Нет, подрывные заряды не делаем. Ну ладно, пишут в чате, вы шарите, что надо. Да, подрывные заряды не берем. Все, кроме подрывных зарядов. Да. Остальное берем. Там отпечатки пальцев и код от сейфа. На самом деле, мне кажется, мы быстро это все будем делать, пацаны. Посмотреть, сколько там их чего, это ничего не будет. Да, мне почему-то... Мне писали, что здесь делать быстрее, чем казино. Почему у нас казино золотым горит? Вот, возможно, потому что туда надо. Там задание. Да, на казино. Казино. Мне, наверное, надо будет брать эту хуйню. Ой, блядь! Ну, ты будешь возвращаться, да? А, не, у меня, забейте, у меня вертолет пропал с подлодки. Так что вам самим, вызывайте вертолет и летите сами. Ну я, блядь, буду ваши да стримы. Да ты припаркуйся где-нибудь там поближе. Я припарковался, но его просто удалили. А вот помнишь вертолет, который недалеко от Казика? Вот тут направо. На полицейском участке? Да, конечно. Да, да. И налево, помнишь. Или стой. Да я помню. А, да, где-то. Блядь. Вертолет не в пизде, конечно. А вот тут справа. Так. Вон стримы ваши посмотрю, блять. Изображение обязательно человек в руки в пентхауса. Павел.
мини-компрессором. Ага, ну такой ферзь, короче, в пиджачке, ферзь. В такой каубойской шляпе, в очках. Ферзь, блядь. Мафиозник. Тут быстрее, тут все 5 подготовок и все. Да. Можешь фармить себе дальше, да? Блять, ну ебаный. Зашел кто-то? Да что ты прыгаешь, чел? Первого лица это выходит. Мне говорят, влезть в машину надо его, типа. Вниз на автостоянку надо спуститься, okay. По лифту назад, Сеня. Блять, ломать стекло в вертолете, чел, там открыто, на. Знаешь, если тыкать пальцем, ну, GTA в окно, то оно пустит этот. Да. Он не разобьет. Фига. Я знал, если факт показывает, да? Желтые лампадати. А что такое вот лампад? А, вот нашел, она. Да? Да, да. Тут выделяется пиздец. Бать, типа в башнике пиво оставляет вообще без. С главного входа заменить. Бэтмен еще не пристроился. Ну да. Прикрываюсь, хуй поделаешь. На задании же. Если соло проходишь, то за час где-то плюс-минус с вертолетом. Но вертолета нет, поэтому часа два, думаю, нам надо. Два часа подготовок? Ну, где-то так. Ебать его в жопу. Ну, поменьше, я думаю, на самом деле. Что, у нас осталось вот это вот одна снаряга? Потом еще одна снаряга, потом одно оружие и дальше к этой хрень там меняется. А, бля, я думал в рукопашку их надо устранять, ну ладно. Не, мне кажется, если мы под... Типа, если мы подошли к ним близко, мне кажется, они триггернули. Угу. Ну, прикольная подготовка, кстати. Для одного. А где вы? Выйдете где? На крыше? Где, не знаете? Ну, я не знаю, где нам выходить. А, ну точно туда. Вот тут тоже там. Есть какая-то дверь. Я просто не... А, надо искать теперь здесь этого чела, короче. Ему ебало разбилось. О, я нашел. Ай, блядь! Ебать мне. Ой, да сносят ебасосину! Ты же видел, они будут сносить ебасос, типа, если близко пройти. Да я кнопку, блядь, перепутал просто. Нашел его, да? Да, он тут у меня, блядь. Забрал. Полагало. А тут съебаться-то можно быстро или нет? Можно на крышу и крадаться на этот, наверх. Угу. Или вниз. Давай на крышу. Главное входа, если хотите. Ты наверх? Да. Так давай на крышу. Куда удобнее? И там можно на крыше? На крышу нельзя, наебал. Значит, вниз, да? Да. Главный вход? Ну, сейчас да, наверное. Хуя, челик. Мишань, что ты ехаешь? Да, на меня тут нападение, так сказать, произошло. А, вы сзади? Да. Да, стоял бы уже, наверное, лучше. Блять! Нормально. Я сходу буду на next уже ехать. Да. Где ты его уже успел ушатать? Да копы стреляли по нему. Можно будет по пути заехать на какой-нибудь еще вертик.
А вот он. О, давай. Привет, Лонли. Или можешь забрать, короче, смотри, короче, забирай. Нет, новый. Это сдохнет. Нет, да не сдохнет он. Да сдохнет он уже. Блять, не сдохнет. Да если бы ты его припарковал нормально. Да он тушится, еще раз тебе говорю. Блять, погоди. Сука, вот я мог просто полететь, а ты бы тоже готовился к следующему квесту. Я бы на нем полетел бы еще, ну не знаю, минут две, и он бы сдох. Да не сдох бы он. Он не темный был же. Да нет, он когда вот так вырубается, помнишь в прошлый раз? Ну да. Так ты со мной был ранее. Так же вырубался. Не знаю, я за две минуты я бы успел долететь до Сандея. Ладно тебе. Я тебя буду ждать, я буду тебя возить. Больше я буду тебе лично таксистом. Ну давай, давай, ладно. Может, сейчас еще один. Нет. Может ты. Ну я попытался. Может еще один вертолет сейчас найдем. Ну я попытался, конечно. Не, нормально было на самом деле. Я тоже так думаю. Попытка не пытка же, как говорится. Америка, хули ебать. Ты, блядь, зашел в магаз, начал меня ебашить с пистолета тупо на похуй. О чем? Здесь Сандей глушители купит в оружие 5000. Там в клабхаусе своем чили. Сандей, купи глушители в оружие 5000. Я там грех показал ему просто. Сейчас, сдастся? Вот сейф отхалю. Ага, есть. А что-то улетело, радуга? Не-не-не, ну я. Там стреляет. Че и где мне надо купить? А, короче, это по тебе копы стреляют, Родос? Эх, хуй знает. Нет. Писали, что ты купил глушители за 5000, я не знаешь. Это может по Сандею? Не знаю. Нет, одна копы не летят. Копы ебашатся с кем-то. Берешь? Все нормально. Можно на вискуче проверить, есть тут это же. Вертолет. Угу. Нету вертолета. Есть. Появился. Причем коперский вертолет, он быстрее по ощущениям. А, не одинаковый. Чуть пониже меня опусти, я вот тут спрыгну, прыгаю. И балом так. Я стартую next. Да, Валерий, готово. Так взорвать, типа. Я же жду, когда вертолет разъебать, типа, я под лодку. Отдел. Глава отдела кибербезопасности, это этот, типа, FIB их? FIB, да, наверное. А, не, это где-то вообще хуй знает где, походу. Склады. Склад какой-то, да. Все нормально. Вон, блядь, там все такие. Нормально. Нормально. Ери. Слушай, тебе можно тоже будет на вертолет забрать, потом найти вертолет и все. Надо трех вертолетов сделать, это побыстрее. Да, у нас два вертока уже хорошо, я считаю. Но просто надо кому-то оставаться на нем, потому что он же исчезать будет. Да. Если там будет ходибельный какой-то интерьер, то как только мы выйдем, ну, не будет уже. Задиспавнит, типа. На камеру типа зашел внутрь. Тебя спалили. Да. Так а что там врасплох? Там 4 человека внутри меня. Что сложного, нахуй? Даже с камерами. Охуя.
Байки прикольные. Угу. Киньте склад. Да? Можно на вертолете? Да не, я пока пытаюсь. А доберитесь до архива теперь. Ну вот это Мишани может соло сделать, пока вы там. Пусть. Мишани с нами. Да, да. У нас банда вертолетов. Тут соло ты особо не сделаешь нихуя, потому что, блядь, все равно, ну, типа. Другие же не могут. Долго. Не, так другие же типа не могут в это время, ну, квесты выполнять. Да? Ну. Есть, если я зайду сейчас условно в эту хуйню, вы не зайдете, что ли? Нет, зайдем, я имею в виду, что мы все равно все вместе заходим на один и тот же квест. Ну-ка под мостом пролетим. Они. Ну вот, Мишаня, я опять врубаюсь. Мишаня погиб, блядь. Ну я что-то думал, я пролетаю под мостом, а потом камеру-то поправил, блядь, и что-то понял, что нихуя не пролетаю. У меня там еще вертолет тоже сейчас сдохнет, блядь. А, да? Хуёво, блядь. Только что-то на пирсе, нахуй. Ну бахнул он эффектно, конечно, пиздец. Oh, no. Ничего не скажешь. Чего у него метка стоит куда-то? Под нам. Да. Под пирсом, да. Я просто услышал в голове голос императора, блядь. Так как захотелось въебаться. База. Их типа быстро делать, если знать, где что находится, понял? Чтобы каждый приехал на свою точку и стал, блядь. Угу. И все. Все, забыл? Типа, да. Ну, типа, находится 4 человека, непонятно. Подлодки, наверное, летуха, но на двух местах. Ну да, ну то есть на подлодке есть. А, вот эту штуку надо расстреливать, типа. Кстати, этот пропал, если что. Да, похуй. Он хуёвый был. А, так можно подобраться забраться наверх, нам наверх. Прыгнуть. Либо по берегу с правой стороны. Бля, что за пи-пи-пи было жестко. Это сигнализация. Да по правой стороне. Обойди просто. Ну, подъедь. Это твой Кирилл вертолет там стоит, розовенький? Ну. А, так я пойду заберу под пирсом. В смысле, под пирсом? Не наверх? Не, ну нам же на подлодку мне надо просто. Вот, так вот же он, малыш, ждет меня. А, на подлодку. Мне же на подлодку надо. Так, ладно, вот. Это я не буду пробовать под мостами пролетать. Алле, оп, нахуй. Бать, хуёвая рыбка какая-то получилась. Надо было с носа прыгать. Блять, тут палатка бургеров мешает немного. Тебя забрать, Сеня? Не-не, нормально. Хотя, у кого дубликат? У Радоса? Меня, да, я буду забраться. А ты вертолет все потопил, да? Он пропал. А, ну я тебя заберу тогда. Там чел на катере в этом въебался. Сука. Двое было. В смысле, там в воде он остался? Да не, ничего. Я типа то, что... Давай сюда и запускай на экзит. А что там, код от сейфа? Код от сейфа мы уже сделали. А, нифига. Мы жестко летим, пацаны. Мы сделали снарягу, осталось только один квест по раскладке оружия и саботаж, и все. Давай. Давайте раскладку оружия. Нажимаем. Сука. Это типы на этих... А, это по КД, там есть там Да, да, на морских этих мотоциклах, блять, убиваются. Оружие какое у нас будет? Громкое. Нет. Конспиратор какой-то тоже, снайпер. Диверсант. Я хочу быть снайпером. Марксман и глушители. Во, глушители. Марксман. Там их купить за 5000 ряд можно, если что. Правда? Да, купил глушители. И оружие сейчас я вам выберу какое-нибудь.
А, это смотрите, типа есть... даже, это не квест, это ты просто выбираешь. Да. Не, не, глушитель не купила. Дробовик Attack 9. Хуйня. Хуйня, согласен. Какая-то буллпап винтовка и дигл. Нормальная, нормальная тема, буллпап винтовка норм. Бронебойный пистолет с увеличенным магазином и снайперская винтовка. О, годно, вообще... годно, крайне годно. Бронебойный пистолет, ну, а КСУ и маленький пистолетик карманный. Ксюха хуйня косая. И калаш, и пистолет. Я был побран. Мне нравится снайпер, снайперка и бронебойный, да. Бронебойный пистолет, бронебойный, это, он да, как это автомат, имба. Блядь, ебашит. Там автоматом типа стреляет, автоматический режим. Блядь. Ну если по броне, то хуй он так стреляет. В голову стреляешь. А мы вот сейчас задание сделаем, чтобы ни брони типа не было. Ну то есть будем делать. Ну вот следующее вроде, знаешь, что там? А, это не мы это оружие, когда запиздим. Да, да, конечно. Не маркированное оружие. Филинг. Шлонгберг Сакс. Это сейчас небоскребов там зайдем в офисе там типы с оружием, блядь. А мы их спиздим. О, самый кайф, что этот вертолет не должен исчезать. Думаешь? Ну это босс вертолет. Купленный ты, да, не да. Босс вертолет. Ну если только я не взорвусь нахуй на нем. Шлонгберг Сакс. Можно через крышу, Миша. Через нормально крышу? У вас такой шлонг. Как ты узнал это? Он написал, можно. А, все, понял. Так я их сейчас за ракет расхуячу наверху. Нам нужно зайти внутрь, там походу это. И похоже здание в Чикаго есть, прям как это один в один. Один в один. Чикаго. Бетрадос, ты в Чикаго о, был? Только. Ну там типа достопримечательности. Да не, не был, конечно. Бля, ща Радос я тут найду как-нибудь. Там достопримечательности в Чикаго, это то, что вот это здание такое. Ладно, я... Опа! Да-да-да, давай. О, ну я считаю, это... Это неплохо. Это качественно. Качественно, да. Не уверен, что ты сядешь обратно. С чего, блядь, пошло это качественно, нахуй? Ах вы суки! Хорош. А вы точно скрылись зашли, потому что я снизу зашел, пули вы со мной. Ну, так мы же на один этаж пришли, который нужен. А, да? Можно здесь с помощью лицензионного управления. Парни, что за лицензионное управление? Вот, вот ноутбук. Паш. А вот заберешь кейс с деньгами, Радос? Да я вот хотел тоже, да. Отдать Сандею, то денег нет у него. Там еще 100 долларовые купюры, так что это дохуя должно быть. Батя Мишаня погром устроил. Ну чтобы кстати, все, чтобы все поняли серьезность тысяч, наших да? намерений. Я даже картины порчу. 5000, 100. Капец. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 тысяч. Представляешь, Мишаня, тебе полтора миллиона. Ты там на шашлыки поедешь, к тебе грабители зайдут, там украдут твой комп, украдут там вот, еще... Вот, можно выпить, наверное. Еще на пол нассут. Жестко. Обидно будет на самом деле. Зеркало. Ну, для таких случаев у меня камера стоит в комнате, поэтому нормально. Блять, а так я пацаны, хуй взломаешь, блядь. Давай я взломаю. Камера. Да. Получается, надеюсь. Да, да, а, сейчас. Все, я понял. Да, сейчас взломаю. Блять, куда она делась нам? Женя шкафчик открывает. Это вот эта хуйня у нас? А, шкафчик сам. Как в клубе сейфа. Ебать, лутаем все. Так, ну а кто заберет? Арсений заберет, по идее. Да не, берите вы. Обычный вертолет. Я забрал. Не, Unfortunate, это еще до этого было. Что за кейс долларов забрать? Получается, брать. Не дают ее закрыть? Получается. О, Дон скоро. Спасибо тебе, мой подарочный. Здорово. Бля, я не на крыше, Миша. Ах ты! Надо забрать меня, если... Ну я... сейчас... Ну, всё, я залез. Там тоже есть шкаф ржейный, там можно скопнуть.
Да, тут есть хорошая бронированная машинка, Андрей. Закрытая. Блять! А, я думал, а это тут... ты, Миша, блять, это не ты, на. Тут другие вертолеты, конечно. Давай, Родос, быстрее, быстрее, быстрее. Отсюда крутил казик, да, у СНДЕ в этом блоке? Я крутил. Пиздец, да. Поехали. Испортил все, да? А, это я навелся, блять. Пиликает так просто. На велосипеде. Обнажми, не будет. Правда. Кстати, вы знали, вот, я забыл вам сказать, тут можно, оказывается, я не помню, где конкретно, тут можно оружие улучшать, типа, до нескольких тиров. Ну, кстати, я... У меня даже есть эта машинка, я что-то забыл принести. Ну, там дорого, на самом деле. Ну, там пиздец дорого, но я вот снайперку одну улучшил. Это Мишаня, что там тебе кукурузу заказал в макере? Ну, еще где-то можно. Гранд чизбургер и картошку вроде. Бля, короче, там сейчас новая хуйня какая-то есть. Давай, Родос. Давай, Родос. Бля, Родос! Я прыгнул, чел. Ну, я же ну ты у меня, блядь, по синхре сидел, пиздец, до талого в вертолете, нахуй. Ну ты типа. Потом тэпнулся. Че, из-за меня ты упал, что ли, господи? Ну, блядь, я ждал, пока ты выйдешь и не вылетал. Бля, ждать? Ну, в смысле, я реально ждал, пока ты выйдешь. Ты просто у меня по синхре ты до талого сидел, блядь. Так понятно. Пока я не утонул. А? Ну потому что не взлетал, чтоб ты вышел. А. Ты просто упал бы в воду и нахуй обходить вот эту всю залупу, это полный кал. Похуй. Ну все ясно. Я говорю, Кири, вызывай вертолет. Я не могу отсюда вызвать. Почему? Я доставил. Сколько еще этих оставишь? Нахуя. Уверен? Ну да, вы. В смысле, я думал сейчас еще одну и все, нет? Ну мы сейчас ослаблять же будем их. Ну есть саботаж. Вот саботаж. Вот саботажи, да. Есть броня. Чтобы броню у них убрать. Броню оружие, по-любому надо брать. И убрать поддержку с воздуха. Если мы постараться будем проходить, ну, может только броню убрать и похуй пойдет. Бля, я честно, я вообще не верю ни разу, что мы стелс пройдем. Я бы все убирал. Кажется... Тут типа и вертолеты уберем, у нас не будет РПГшек. И оружие у них послабее сделать, и броню убрать. Ну первую броню, конечно, сделаю. Сейчас я выйду, вызову вертик. Он будет там же на пирсе. Да, я сейчас приду за ним. Это хуйня подъехала, блин. Так это, чё ты говорил про маг? Чё-то новое там появилось. А, я только через 30 секунд, ну беги пока. А, там новая хуйня, называется Барселона Бургер. Ебать тема, советую. Бля, и чё там особенного? Ну там, ничего особенного на самом деле, но просто там какой-то прикольный соус, типа, знаешь, такой как... Он мне показался как... соус Болоньезе какой-то. Такое. А основа и... бургера это какая? Ну что он напоминает? Да просто это как чизбургер, только там прикольные булки, там булки сырные, знаешь, как в детском, как чиабаты, в школе. Чиабаты типа? Нет, как в школе вот такие сырные булки, знаешь? Ну я понял, наверное, что ты имеешь в виду. Булка сырная, блядь. Ну они прям заебись. Ну я вызвал. Ну честно, просто бургеры в Маке хуйня полная. Да, как бы, вот это база. Из всех бургеров, что есть, Маки самые заебатые. Да ты чё, блядь? Вот да, в Кефасе раньше был бургер с такой мягкой булочкой. Здрасте. И типа посыпкой. Ну вот он как-то не помню назывался. Сейчас он маленько другой, но типа в KFC, как по мне, самые заебатые бургеры. Мишаня, он сзади заспавнился. А, да? Ты жвишь пока. Да я не смотрел. Не знаю, в Маке всегда фавориты были. Да, блять, это не бургеры нахуй, это бутерброды. Котлета вообще не котлета. Хуйня, вот в Бургер Кинге ссанина полная бургеры вообще. Не знаю, бургер Кирги сырная Мэри лучше, блядь, мне кажется, любого бургера в Маке, кроме Чикен Премьера и Биг Тейсти. Я вот когда ем бургеры в Маке, они все на одно и то же. Одинаковые на вкус, да. А в KFC хотя бы там курица, блядь, большой кусман, и это хотя бы хоть как-то спасает ситуацию. Да, ничего подобного, на самом деле. Там просто нужно брать разные, они чизбургер, двойной чизбургер. Гранд чизбургер, одну и ту же хуйню в разберете. Не, ну понятно. Ну так я играл разные чизбургеры. Это одна и та же залупа. Так, ну разные чизбургеры, это разная хуйня. Ты типа сравни Чикен Премьер тот же самый, просто чизбургер. Потом возьми Биг Тейст. Это разное, но я говорю, у Маки пиздатый Чикен Премьер, Биг Тейст норм чистый из-за соуса, все остальное, ну, хуйня с резиновой котлетой. Я нахуй слышу вас и охуеваю просто реально.
А чё? У вас заебатый маг там, да? Типа? Да не, просто типа, ты говоришь там типа, ой, бля, нифига себе. Блять! Да ты говоришь типа, да бургеры хуйня, блять. В Биг Тейсте единственный нормально. Я думаю, блядь, ну все заебись, как в Биг Тейсте вроде типа. Да, не, мне в Биг Тейсте нравится, что у него вот этот дымковый типа соус. Химозный пиздец, блядь. Да блядь, ну он хотя бы какой-то на вкус. Не знаю, Сеня, а вот ты Биг Мак хаваешь? Конечно, хаваю. Блядь, вот Биг Мак заебись. Я когда мелкий был, вообще его не любил, а распробовал. А Миша до сих пор как шкет мелкий, блядь, не любит Биг Мак. Не, ну я типа, я чаще всего беру типа дабл чиз просто с этим, с и дополнительно огурцы туда, лук, короче, и башим, и имба вообще получается. Да и вообще типа сейчас вот в этой заведухе около меня, которые я начал там брать чизбургеры, и они там просто охуенные. За 150 рублей там, блядь, размер котлеты нахуй просто, ну, с бургер в маке, блядь. Хорош, там пацаны. Сама котлета странная, я тоже брал рабочий. Вкусная, не знаю, мне наоборот нравится. Он сочный прям, вообще офигенский. И соус заебатый. И этого, и овощей целая куча в нем. Потопи его, сюда или далеко. Мне очень далеко, вам близко. Кстати, да, в БК вопер неплохой, саглы. Вопер это единственное, что есть БК нормально играет. Ну, сырная Мэри или сырный Джо там. Хуйня. Нормально, блядь. Любой, абсолютно любой бургер из Мака лучше, чем... Любой бургер из БК, не считая вопера. Конечно, не ракетами его на. Не помню, говорил, нет, забрался, короче, сходил этот. А, миксер-то? Ага, да. Полностью сходил... тебе его хоть доставили full комплект? Не как у меня. А чё у тебя там было? Не да мне, блядь, доставили все, там все насадки, эти формочки и так далее, кроме нахуй самого блендера, блядь. Нихуя себе. Да. Не, у меня он самый простой, там просто, ну, типа, стакан. Стакан, насадки, да, а у меня не было самого блендера, да, у меня вот не этой было, хуйни. У меня даже насадок нет, самый дефолтный просто. Блять, ваншот нахуй. А, все, изи. Даже не надо будет ничего доставлять. Вот это база, лучший бургер это тот, который ты сделал своими руками. Бля, недавно было предложение, и Маша тоже писала. У меня собраться как-нибудь бургеры, блядь, сделать, как обычно. Yes, please. Вообще пушка. Желательно, ну, конечно, чтобы это выходной был. А тебе какая хуй разница-то? Или, ну, а, Вали, типа? Ну, да и не только Вали. В принципе, народ там описание может подтянется, Джокер. Но если будет кокинг стрим, то Джокер подтянется только штаны. Блядь, но будет штаны на полностью. Жопе подтянет. Так, next, саботаж оружия или поддержку с воздуха? Да бери что угодно, все равно делаем. Поддержку с воздуха убираю. Ух ты, поцеляй. Даже попробуй, может, сам чуть-чуть управлять хоть. Что ты сделал, радуга, блять? Вот нахуя, блять? Ну вот блядь, летели, блять, нормально, вот, сука, бед не знали. Сейчас бы быстро все сделали, нет, надо было, блять. Ебаный врет, а. Блядь, серьезно, я не понял, как это случилось. Вертолет отдыхал. Эти, которые дальние, я ближний распиарю. А, да, едем. Опа, спасибо я большое за подписку хотел. Для Хеллбума Вайна. Спасибо огромное. О, я вижу какую-то метку самолета. Самолета, Могул. Да. А Могул это типа боевой, да? Я не знаю. Я поехал за Могулом этим, короче. Бэй, прикиньте, вот это вот... Как её, Эль Рубио там сидит у себя на острове, кокос нюхает. Да, у него, блядь, тут хуяли. И тут ему раз в 5 минут названивают, бля, у нас там это разъебали, то брони, разъебали, вертолеты, да. Вертолёты разъебали, это расхуярили, ебать, в ахуе сидит. Не думаю, блядь, ну, не подозрительно ни разу. Каждый день у меня такое. Ой, самая жопа, что у нас еще ограничение по времени. Бля, да. Ну, Миша, ищи вертолет. Радуга, блядь, ты вообще должен нахуй ничего не говорить, блядь, сейчас. У нас было идеальное средство для выполнения этого квеста. Я рядом чебуречная делает чебы на сливочном масле, с халапеньо и сыром, бля, это пушка. Это пушка. Тут без шансов. Тут зато не надо ничего доставлять, по факту надо уничтожать только и все.
Но я не любитель острых чебуреков, но просто сочные Могу чебуреки, боевой, вот, это вот, охуенно. Он на тусе сидит, ему не разобраться, но все равно ему, наверное, сообщает об этом. Должны были, причем. А че, эти штуки не открываются, типа? Блядь, дядька, ну открой, ну че ты? Завтра же официально в их, да, Джей Блэк, да. В баню завтра хочу сходить. Тем более сейчас что-то чувствую себя каким-то простывшим как будто. Поэтому банька нужна очень сильно. Да, блять, я рот ебал. А, так там уничтожьте вертолет и бузер, пацаны. Ну да. А может можно спиздить один из них? Мне кажется, нет. Не, вряд ли. Кстати, да. Это же вообще локация. Ёбана урода, как нам, блядь, надо дальник добираться, не тонуть? Бля, мы сможем вообще это сделать? Че, бля, не взрывается? Тут, походу, еще прикол в том, что... Все, я первого уничтожил. Там два врага ебал. Так, а видишь, посмотрите, остальные ебанутся нахуй. Ну да. Ой, блядь, мужики, вы чё нахуй? Ёбаный в рот. Подожди, это уже Next Quest пошел после брони или нет? Да, да, да. А, понял. Ой, ебать, у меня РП появилось. Блядь, написано было, Павел подготовил, блядь. Приезжай, меня тут просто ебашут мужики, нахуй. Заебись, Паша Давай. Подготовил. Спасибо, Пашка. Ну, я попробую один спиздить. И на нем отхуярить другие. Ой, ебать, недалеко. Получается, у них не сейчас идут. Слушай, ну если у них поддержка, это чисто бузерды были бы, то... Бустер на X? О, кстати, реально, я же поставил нитро, а как юзать нитро, блядь, рыбанаду, или эта хуйня не наюзается? Шарю. Тачки, Родос. Я не шарю про тачки в нитро вообще, блядь. Ну, турбонадув, это не нитро, это просто ускорение. Нет, это просто... Ой. Это турбину откидываешь, да? Я думал, блядь, нитро ебать. Делают... Понял, понял. А, так погоди, так... А все уничтожили, что ли, практически? Да нет, еще, блядь, нет, еще 6 штук. Самые душные. Я в правый дальний еду. Да я налево еду, но... Правый дальний? Воде, так он далеко там, он в воде, Сеня. Так я с лодки заебашу. А ты, Родос, куда едешь? Тоже налево, налево теперь. Так там их направо и налево только и остались. Да, да. А, ну, блядь. Шестеро, ну я налево, наверное, поехал. Не, или, блядь, направо. Поедь куда-то, главное. Я не знаю, если я налево то дойду. Ну, дойду, у тебя вроде бы легче нужно... там. Ну, хотя они тоже в воде, и у Сени в воде. Ну, у тебя легче, мне кажется, с лодкой, чем у Арсюхи, я к Арсюхе полетел. У меня тачка дымится уже, это йо. Буст на шив, когда по земле еще едешь, понял. Я посчитал. А у меня... Владение, так сказать, летными средствами, что-то такое. Так дергает их, пиздец. А вот с реверсчик нам зашел. Кто? Он давно, он уже ебнул меня, сука, я так тильтанул в моменте, блядь. А нахуя? Я не знаю, блядь, просто... Нет, в смысле, нахуя зашел? Ну, попробуй приколы тоже. Пускай сидит, похуй же на меня. Ну, может, ему скучно, знаешь, дома одному. Тут компания, как телек на фоне вырубаешь. Ты так сказал, а я уже навелся на него, чтобы выгнать его из пати из лобби. Ну ладно, пусть сидит. Так он еще чита, кстати, серьезно? Вы с реверс типа с читами на GTA-шке или че? Ну, бля. Пусть знает, если честно. 18-й. Ну у него 18-й левел, бать, он точно чита. Отбил, блядь, 18-й левел. И обвинение, блядь. А че он нам не зарет все вертолеты? Просто тогда есть ночь. Кстати, если он чита, он пусть взорвет еще ему. Блядь, а что за хуйня? За мной еще какой-то дверь, блядь, летает, не пошел. Ну это враги. Мало это было, вот блядь. Это Эль... Мне на подлог это... тоже они тут. Это Эль Прима, блядь, ебаный позвонил, нахуй, нажаловался. Эль Прима. Блядь, копят эти способности. Вызывают этого Эль Прима. Ломают парты, крушат парты.
Мишань, на самолете что ли летишь? Да, да, да. А, ты так на кресле ехал. Да, блядь, старик, ты думаешь, я так легко бомбану? Бля, пацаны, тут ебаный аббат. Ну ладно, бомбанул. А вот я не знаю, как добраться до базы. Бомбани. Я лечу, надеюсь, успею и к Радосу. Можно я что-то... Так нельзя украсть сверху. Это снайпы, а я думаю, тебя достану, блядь, эти? Прямо поговорили про бургеры, так же шансов хотелось, пиздец. Две минутки у вас осталось, ребята. А, ебать, и правда работает, парни, у меня получается. Блять, мне так Руза, Руза, блять, купил картошку с бургером гроуфудовской жратвы, да хуя просто. Пусть привозит, блять. Вот и напиши ему, чтоб он привез тебе, что ты, блять, как маленький. Ты же знаешь, что Руза как маленький, и с ним надо тоже, типа, подтолкнуть его. Готово. Все? О, красава. Лучший, лучший. Ты скатишь по лодке можно? Ну, ой. Как бы, да, вроде бы можно. Надо свою лодку, видимо, подзывать сначала. Ну-ка, а там что-то открывается, да? Чего, найс. Просто, Андрей, запускай последнюю, что там. На оружие остается. Что-то, на самом деле, мы выбрали как транспорт для подхода к осадку. Конечно, самый хуёвый вариант. Почему? На самолётике каком-нибудь надо было бы. Да нормально, с берега зайдем, да и все. Кажется... Там реактивные бустеры. А, вот эти типа? О, фига. Если он читак, то можешь мне значение казино, то типа знаю. О, бля, кстати, реально, ебать охуенная идея. Ну-ка. Там не читак, пацаны, 18 левел. Блять! Нет, короче, не это. Не работает это так. Доберешь квестик? Пока не знаю. Он тут что-то рассказывает, чел. А ты касценки там смотришь? Да нет, он просто, пиздит. На фоне пиздят, когда типа убираешь оружие. Поехали. Подожди, не нажимай. О, вывести из строя оружие. Это хорошо, что я самолет этот не свапнул. Блять, ну уже серьезно, что секунду не мог подождать, блядь. Чё? Я не слышу. Пиздец. Да, Кирюха, Сеня на фоне. Ну что ты делал? Прям хотел тачку починить, стартнул квест и, блядь, и все это у меня закрылось. Что похуй, у меня дымится, я ебал ехать. Твои проблемы. На им можно там развернуть, потом запретить. О, ебать там в палета Б, Миша, ну это твое задание. Да нормально, я говорю, у меня тут, блядь, бомбардир самолет, и я думаю с ним... Поближе что там, нет? С ним, я думаю, нормальная тематика. А у тебя есть какая-то методика удобно скидывать бомбы, чтобы ты видел, куда полетят? Может, там на В можешь нажать, можно, чтобы... Блядь. На R можно нажать, но я первый заход я обосрался. Я на палета поеду. Нету сетки, к сожалению, прицельной. Было бы крайне удобно. Если бы она была... Да сучка, блядь. Он еще такой неповоротливый, этот самолетер. Ну, по нему, в принципе, видно. Что он типа old. Поэтому сбомбите, это последняя миссия, да, и хапом. Нет, блять. Да. Не, короче, надо пулеметом нахуй разъебывать. Ну, попроще, просто, чем в этом, да. Чем в казике там. Ну, с оружием, броней. Казики, мне кажется, даже душнее. Просто дольше. Квесту надо брать и потом пикировать. Да неудобно, мужики, блять. Ну типа, вы видите эту камеру, нахуй? Ну что ты, убери эти шасси. Так нету шасси. В смысле нет? Ну сзади у него колесо это просто торчит. Да забей, я сейчас пулемет разъебу, нахуй, просто, да и все.
сам скорее разбил. Нахуй жри патроны, блять! Жрет? Ну жрет. Ну я так немного заслал им туда, но надо заново попытку. Может, Simple Dimple? Мне кажется, Мишань, тебе проще на парашюте их не спустить. Я тоже думал. Да не, ну самолет не хочется отдавать просто. Может, как... Ладно, ща. Как японцы? Да, да, вот я сверху буду пикировать, короче. Я смотрю там вообще. Я ебал даже ехать туда. А, блять! Сука, я не открыл шлюз бомбовой. Конечно, не бомбил, блядь. Нет, ну в смысле, я же до этого-то бомбил, но сейчас-то не бомбил. Да не бомбил. Нажми insert, тебе пишут. Не-не-не, это вообще какая-то хуета, мне кажется. Ну, мне кажется, нормально. Нажми, там ничего страшного не должно быть. Может, просто возьмешь вместо бомбы напалм? Не-не-не, напалм. Ну возьми, мне кажется, это сетка бомблюков. Ай, не пизди, блядь. Всё, нахуй. Да ебал я в рот, нахуй, ну хуйня какая-то. Да там бомбы, блять, эти, которые скидываешь, как граната, блять. 2 метра, нахуй, взрыв. Я ебал. Нажми инсер, блять. Ну пизди. Ну интересно, что будет. О, блять. Хорош, Миша. А, так теперь торговца надо убить, блять, этого. А, все, или он умер. Не, так он дальше, но он на... А, все, нормально, я вылетаю, лечу. У тебя же на R-прицел бомбует. Бля, а, долго ёбичный. На R-прицел? Вот этот вот? Вот это вот прицел? Охуенно, блять. А на insert нажми. На insert нажимаю. Нихуя не происходит. Не, Мишань, там есть прицел, но он ёбичный. Ну, хотя бы какой-то. Ну там типа просто камера, блять, с бомболюка у тебя, грубо говоря. Ага. Только это, ну вот я это и пользовался, блять. А, ну блять, ну вот он ёбичный. Он ёбичный, я согласен полностью. Да нахуй без него буду взрывать. А, блять, они там были. Прям в ангаре, что ли? Ну, практически они за ним там. Да залетай туда просто, камикадзе. Да не, ну он еще может там пригодиться. Да это же последнее. Уже не, это последнее. Еду к тебе, Миша. Еду. Пиздец. Не, эти, блять, эти торпеды такая хуета вообще. Просто, блять, я в шоке, нахуй. Что на этом судне торпеды? Вот вспомните, блять, в War Thunder, нахуй, торпеда, она въебывает, пиздец, там все разносится. Торпеда. Тут, блять. Это ж под водой, ебаная. А тут, ну не торпеда, бимба вот это, блять. А тут ты скидываешь бимбу на метр, блять, вокруг бимбы. Пум, и все, блять. Полная хуйня. Ну, да. Поэтому я с ними разберусь так. А, так тут, ебать, так тут джаггернаут, нахуй. А что, бимба-то нормально бомбил? А, ебать, бля, я ещё. Супертрет меня убил, нахуй. Блядь! Джаггернаут. Бля, самая тяжелая операция, мне кажется. Он реально трахает? Да, блять, я сам себя бомбой нахуй взорвал. Ребята, у вас 15 секунд. Сколько ты наебываешь-то, блять? Даже время. Да заебал этот джаггернаут уже. Ебать, он живой, блять. Хорош, Радос. Ебать, блять, торговец оружия в костюме джаггернаута. Пошел ты нахуй просто, блять. Нет, так, миссии, да? Они типа показывают. Плывете ко мне на лодочку? Полетели. Не, Эрдос, давай сначала залетим в магазин оружия, купим броники и потом туда. Так, а там же не будет катсцены, не? Да, ну давайте, короче, вместе с вами выберем все, чтобы. Нет, либо ты типа стартуешь и. Ну, я могу сейчас выбрать, как стартовать. Я могу расставить, откуда заходим. Броники иду. Ну и да, у меня вроде бы есть. Я сам пойду сейчас. У нас магазин справа тут. Да, я к нему и прилечу. А ты сядешь организовать? Конечно. Ты забыл, что я ас, что ли, или че? А, ну давай. As we can. Это главное, что смотри, сейчас на вот эту вот дорожку выезжаем. Потом аккуратненько я поворачиваюсь. Вот так вот. Пальмы и столбы ты не должны писать. Конечно.
он видит щель. Он идет к ней. Прицеливается к этой щели и... Оп, смотри, блядь. First class working. Но ты далеко почему-то. Ну, блядь, как получилось? Теперь я... Родос, поохраняй, поохраняй, да-да-да. Он может исчезнуть, потому что... А, блядь, а у меня этот... Денег звезда. Нет, звезда сейчас... Она кончится. Или я Лестеру позвоню. Опа, еду сюда. Я могу не удалять, дуди. Суки, блядь. Я Лестер, мне тоже надо звонить. Дешевле подорвать себе. Так у меня бесплатные у Лестера эти... Антименты, короче. Бля, вот вы мне тоже нахуй. Ой, такие, блядь, душные. Такие вы жлобы, блядь, 200 монет. Все нормально. Ты нахуй 10 тысяч жал отдать, блядь, за фаст тревел, ебаный. Так 10 тысяч не 200 монет. 10 тысяч, ебать, это хуйня в GTA. 10 тысяч, это, блядь, награда за голову можно сделать. Сколько у тебя сейчас денег? Не знаю, лево 2, да, нормально. Ну, лево 2, у меня 70 тысяч сегодня. Просто тут может быть проблема в том, что если ты зарабатываешь подложка, я кажется, что и, ее и нужно спустить. А, у тебя фул броники? Это будет проблема. Ну, там, так ты ж в курсе, что мы с Артаем подготовились к пистолетку ограблению? Я сейчас нажал F, он сам так пробежал. Да идем. Ну, в конце прыгни с парашюта. Готов, если что, да? А, да. Короче, мне тут написали, что если что, вот этот выход с касаткой, можно даже в касатку не садиться, можно просто плыть по воде, блядь, и оно засчитает выход. Радос! Фух, блядь. Бля, мы, ты видел 2012-й? Вот, мы как 2012-й, нахуй. Пиздец, там миллиметр, нахуй, просто выше пальма ебаная нам крыло снесла. Мы летим, пацаны. Да, я уже напрыгнул. Сэндэй, ты же уничтожал подлодку, и тебе бесплатно ее починили, не? Я ее не уничтожал, я ее просто загнал на этот, на берег. А-а-а, ну да. Ее там можно через менюшку просто за $1000 вернуть. Ты бы хотел на таком самолете в Лирелли полететь? То есть хотел бы 3 года на подлодке провести? Блять, ну 3 года нет. Бля, смотря хотя... сколько заплатили бы. Да, да, ну я бы на подлодке я бы хотел покататься. Но я в Лирелли был на подлодке. Мне кажется, это такая хуйня клаустрофобная максимально. Я был, бля, я был маленьким. В Калининграде там вроде бы. И там были музеи подлодок, и там на подлодке. Нет, вот если бы мне бы прямо сейчас... предложили Калининград. Бы работу на год просто подлодки провести и за это платят, ну не знаю, там, сколько? 200 тысяч в месяц. 200 тысяч в месяц, хуйня. Не, 200 хуйня, согласен. 400 тысяч в месяц, я согласен. Ну, типа, можно найти какую-то вахту за условную, ну, плюс-минус ценник, но если ты специалист какой-нибудь, и, ну, ты будешь возвращаться домой, блять. А если, ну, нет, а если не специалист, а такой лох, как стример, типа? Бля, а если, пацаны, подлодка затонула, 72 если, метра если лох как стример, если куда-нибудь в ебеня уедешь, ну 100-120 можно реально найти. Ну, если у тебя есть права, например, какие-нибудь категории С, там. Если ты можешь каким-нибудь спецтехникой управлять, то можно еще даже больше, блядь, получать. Ты что, готов? Да. Погоди. Блять! Нормально, нормально. Ну, Миша, ну... Бля, вообще, Радос, в аккурат просто будет. Крановщики в порту, знаешь, сколько получают? 200к. Ну, они даже больше могут нахуй получать. Кто? Крановщики. А, ну, блять, ну, конечно. Как, так там, ну, не приходит обычный нормис без нихуя и без опыта, они там нормально. Вакансия требуется стример, управление спецтехникой, ОБС и Steam. Вот я, например, автопогрузчика умею управлять, блять. Ну я тоже. Жесткий. Ну, давай справедливости ради, это было супер давно. И сейчас ты к нему подойдешь и будешь думать, блять, а как тут, куда тут жмать? Да не знаю, что, я почти месяц на нем работал, норм было. Автопогрузчики? А, это которые типа... Все, вы зашли, ну, типа автоматическая рохля такая, блядь, так, большая. Так, посмотрите, вот финал. Посмотрите вариант. Транспорт доставки у нас. Касатку выбираю. Да.
Да, да. Так, теперь точка проникновения нам надо с вами выбрать. А, канализационный туннель. Да, 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 канализационный туннель. Я пытался на Авито. Челик ищет вакансию стример. Ну да, а что ты думаешь? Кто ищет стримера? Вакансию стример. Точка входа в комплекс. Кто ищет? Ну, на Авито какой-то чел. Канализационный туннель. Время суток. Давайте днем. Ребят, я вас расстрою. Минимальные оклады члена экипажа составляют 25 тысяч рублей, а максимальные 120 тысяч рублей. Да. На подлодку. Хуйня это какая-то, день, наверное, если да? честно. Да, точка эвакуации. Точка эвакуации, ребят. Не, реально звучит как полная хуйня. Давайте, а в чем нет, соль, блядь? Это взлетная полоса, будем съебывать от нее. Так мы не самолет не затарили. Касатка это просто уплыть, типа, и все. Время нет. суток. Да, да. Нет, я бы день взял. Ночь нахуй. Да, я бы давай тоже день брал. Это на стелс никак не влияет, а ночью хуй увидишь иногда. Нет, врага. Давайте точка эвакуации это... Нет, давай, не, давай, да, снайперы, глушитель. Глушитель, глушитель. Ладно, начать. А или нет, тут еще что-то нужно будет положить. Команда поддержки. Да. А где выход-то, блядь? Касаткой, бан? Касаткой, касаткой. Не-не, надо, да, обойдутся, не надо, нахуй, ты деньги будешь платить, нахуй не надо. Ну, кстати, дешево стоит. Там бонус стажа год за 2-3. Заначка с оружием. 10 да, на, да нам не нужно же все это. Разведдрон есть, авиаудар. Пел, у нас же не ну, я просто блядь, смотрю, что вы ебаный в рот. Стартуй, поехали, блять, уже. Сколько денег хватит? 1 100 000 плюс 3 500, да? Да мы же сегодня унесем. Ну, 3 500 мы не унесем, да. В смысле, так мы пойдем сейчас золото хуярить и картины. Золото, картины, вот. Золото и кокаин. Ну, короче, короче, по ляму. Сказали картины в руке. Или кокс. Не, золото, было. Золото самое дорогое. А после золота что там? Кокс. А после кокса? Героин. А картины. Картины а, героина там... нет. Картины где-то посередине там. Я не помню, что здесь есть, но там типа самое дорогое золото. Так, сейчас, 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 старичок там процентики нам настроит. Туда? Касатка. Я касатка. Точка проценты нам нахуй расстраивай, блять. Канализационный туннель. Нахуй ты все выбирал, блять. Ну я думал, надо заранее выбрать. Точка входа. Канализационный туннель. Точка входа. Это но мыльная, конечно. Точка эвакуации. Да. Золото, кокс, трава, картины, деньги. Взлетная полоса? Золото, кокс, трава. Угу. Точку эвакуации, взлетный пол соберем? Угу. Это дороже, да, похуй. Ребята, нет, да, взлетный пол. Касат. Касат. Не? А я бы на самолете съебался. Я бы на самолете съебался. Так нам придется ебашить к этому аэропорту Кузнецкого. Так а нам и так типа придется типа из этого выходить, чтобы собирать хуйню по бабло, острову. Да. И ты не хочешь собирать по острову? Да, и наоборот, мы типа, да, мы, да, окей, мы, ну, хорошо, давай, давай, мы, давай, мы давай, на вилле типа с виллы начинаем, все вокруг собираем. Да, я понял, да, и потом на самолете улетаем красиво, вообще бомба. Время суток, день. Да. Мне говорили, что там вообще не важно, что выбирать, там вроде можно на чем хочешь ебаться. Раскладку оружия ты не выбрал, по-моему, или выбрал? Ну, а там дефолтные. Возьми глушители, может, уверен, что? Если вы не соберете в четвертом, вы все уже полными сумками. Все стоит. Мне тоже кажется, что мы просто с этой хуйни выйдем с полными сумками и, блядь, никуда не побежим. Так, как нажать готов? Нужно, чтобы все нажали готов. Миш, Родос, нажми, пожалуйста. А я не понимаю, где нажать кнопку. Ну, справа у тебя тоже. Там просто такая... Просто кнопку направо, нажми. Кнопку направо нажми. Мы я не мог нажать, уже. Пока вы не можете. Нажми. Нажимай. Ну, я ждал, пока он допиздит, блядь. Да нажми уже, блядь. Типа просто нажать кнопку. Вот этот уже не знает, где кнопка. Команда, блять. У меня такая, блять, хуйня, типа тельняшка, блять. Бандама, что ли? Бандама. Че, прикольная тема. Я думал, такой чисто платочек. Сегодня кино не ждать? Не, Морнинг Фокс, ты чё? Какое кино? Back.
Look at this fucking shit! Oh man, I mean, this is fucking cool. This is some space age. Where we are going, we will be far away from space as humanly possible. Now I kind of wish I was. Ограниченный бюджет. Я так и планировал, типа, собирать только золото и не собирать остальное. Just to be clear, all I give a shit about are the files. So as long as I get those, by any means necessary, you'll get paid. Anything else you drop from that son of a bitch is just more money in your pocket. The more we hit El Rubio where it fucking hurts, the better, huh? Okay, Mr. Pedraza, we should set off shortly. Cool, yeah, cool. Just wanted to say, real quick, I didn't have to come here. I was having, like, a really good time. But, I wanted you to know that I'm a modern leader. I've done the hard work on myself. Картина занимает больше всего места. Ну, окей. Но они не дорогие особо. Да, но мы и не будем их там брать. Я буду только золото. Кокс. А сколько ты можешь уместить в себя именно вот этих вот штук? Типа 2-3 горки. Можно в себя? Одну с половиной, я думаю, где-то. Одну с половиной? Ну, золото. Видишь, какой у него пивной животик? Нормальный. Чё ему ещё на подлодке делать? Пиво пить только и всё. Постримить можно. Да, мне кажется, реально на подлодке можно прям алкоголиком стать жестким. Там же никаких развлечений. Смотри, тут машины. Я не думаю, что на подлодке есть алкоголь просто. С братвой да, там, блядь, заранее. Тусить. Взять, так его не дадут взять, да. Ой, там мои ребята. Да, дали бы субмаринку. В подлодке чисто качаться нахуй и все. Так, жрать икру и качаться. Ребята, я слышал, что если потрогать мину, то ачивку получишь. Я тогда врезался в них, вообще похуй было. Да, они декоративные. Кажется, они только на этот работают. На одной подлодке кот живет как экипаж. Вообще прикольно. Тут снизу какие-то эти. Давайте чекнем, может, там какие-то секретки. Кот нассал, ты форточку лежит. Открыл проветрить и помыл. Открой как раз заодно. Ну они ржавые все, мне кажется. Давайте ФПС. Не, вдруг туда что-нибудь подложили бы. Давайте мне ФПС что-то так... Упал? Упал, да, когда подплыл. Упал. Машины там какие-то на мне. Там нужно всем быть? А, лидер должен срезать. Лидер еще. Должен, да. Давай, лидер. А пуму будем убивать, который в клетке там? Okay. Кто зарплату получает за кота? Не знаю. Сандей будет долго, я так понимаю, да? Да, хоть ты подготовился, тренировку прошел какую-нибудь, не знаю. Почек что ли, ну, не разобрался. Сказал, что его братья закаются под лодки, сказали, что тяжелые воды, показывали банку сгущенную. Прыгаешь в воду, плаваешь и достаешь банку. Но если банку и сплываешь, как дохлая рыба. Блять, я застрял. О, объем легких увеличился, найс. Вот в эту вентиляцию, наверное, не? Или наверх? А, нужно ждать всех. Кого нету? Все тут. Все, заходим. Как? Дожди здесь пока, лидер что-то там... Уберите маршрут. Блять. Что-то хуёвое управление. Дождись прибытие на место. Графон, вернись. Да, блять, тут не могу выплыть нахуй нормально. Shift не нажимайте. Первое лицо, попробуй. Крыльца да, плаваешь. Бля, надо реально от первого ли. Али, вот. Я тут. Да. Поедешь в комплекс. Там где-то ешку можно нажать.
Дождитесь, пока лидер, да, простроит маршрут. Ну, тут багованная хуйня. Ну, согласен, дебильная. Управление плаванием вообще долбоёбское какое-то. От первого лица норм. Да, не знаю. Прикиньте типа, который... Почему не сделать, чтобы третьего было норм? Зажал. Это я. Так, ну у нас глушители... А, и глушители есть, Так, карта доступа одна есть. Картины и деньги вот есть. Вот тут картины и деньги? Не, не интересует даже сразу. Вы уверен, что они будут все брать? Камеры есть еще много не разбивать, если тебе много камер спалят. Только камер не разбивать? Да. Постараемся вообще не разбивать тогда. Еще челика убил. Вот тут сейчас наверху пойду, тоже минусану. Вот камеру ебнул, да? А вот он наверху. Ее хуёво видно. А что ты с фонариком-то идешь, голова? Вот там какой-то там чел, ну, с черепом, это джиггернаут, что ли там? Там джиггернаут, ёб твою мать, ребята. Походу. У меня не включен фонарик. Как сюда, а, да, у меня был добраться. У тебя включен почему-то фонарик, странно. Да, там джиггернаут, пизда. Не трогай его, ебаный. Ну, короче, нам нужно обойти это с другой стороны. Нам карты надо доступа найти. Я понимаю, а где они, у охранников? Я убил охранника, у него была карта доступа. Да, он тут видит, что ли, этот джиггернаут? Да, видит. Вон там голда есть в одном из зданий здесь. Ну вот я хочу до нее добраться. Вот тут два чела, типа, можно их убить, возможно, у них будут карты доступа. Ну, да, аккуратно, на них кто-то смотрит. Джаггернаут патрулирует. Да, да, нашел карту вторую. Старайтесь не шифтить, я не слышу ваши шаги. Откроем, Сеня? О. Вот эту хуйню. Так а нахуй там картины деньги? Идем дальше. Да, ну. Так а чё, погоди, ну вот, а чё нам тут надо? Золото тут где-то есть? Да, вот у меня дальше. Золото, оно пропало. Ну, у тебя, нам, типа, ну, у тебя одно золото. Почему? Нет, оно пропало? Оно в особняке есть еще. Золото в особняке внутри. Мы же на камерах смотрели. Ну, я вижу, вот оно, слева от меня, маленькая зданица. Да, да. У меня тут два охранника, было бы пиздато, если бы одновременно отпиздить. Можешь сам их ебать. Если хочешь, да, могу подойти помочь. А, я нашел. А, я ключ от ворот нашел, говорят, каких-то. Ну, подвалов, которые поквестовые ты нашел. А, ну, видимо, так, да. Блять, ко мне джаггер идет. Бля, вот этого охранника снизу ебанул, но джаггер сюда придет. Пригунтали. Ну, джаггер он видит труп, если что, вроде. Там аккуратно кто-то вот стоит из Ахрандос, ну, идет. Ну да. Ты уверен, что ты хочешь этого типа убивать? Какого? Ну, которого ты говорил. Нет, которого я говорил, слева нет. А вот этого я хуй знает. Он не палит тебя? Не, меня не палит. Я снизу. Вот этого я, кстати, ебану, наверное. Золото сзади, Арсений, будем болтать? Пизда мне. Тебя спалили? Да. Джаггернаут причем. Пизда? Ёбаный в рот. Тут нужен ключ-карта, нахуй. Долго музыка играла. Да, там пиздец, мужики. Он на карте он идет типа внизу, а на самом деле он идет нахуй не внизу. Блять, там пантеры! Пантеры орут нахуй. Пашин, ты появился же? А, это вот, да, он, да. Ну, блядь. Он в джаггере, если что, ваншотает нахуй сразу же. Я даже... О, карты доступа собрали. Да, я забрал. Пашин, давай пробуем открыть эту хуйню. Я панель взламываю. Давай. Ой, хуё. А, одновременно, типа? Раз, два, три. Мишаня, не подходи к джаггеру, он ваншотит тебя нахуй. Я к джаггеру не подхожу, я к этому типу иду. Не, так он за этой стенкой. Ну, понятное дело, но я к нему не хочу идти. Так, мы пока ничего не лутаем, да, получается? Я золото лутаю, вот. Золотал золото. Пиздинги. Ну, одни деньги остались, и не знаю, у Миши там.
Деньги не буду утать, деньги сам. Так, я ключ от ворот нашел, если что, отпираю здесь эти ворота. Давай, давай, давай. Нет. А ты внизу? А, наверху там. Да. Ну, я, если что, ничего не собирал вообще. А тут особо ничего нету, кроме денег. Ну, вот, А как ворота открыть, вот эти? Надо вдвоем, нет, наверное. Вдвоем, наверное, да. Не-не-не, тут... Ой, бля. Ты еще, сука. Сламываешь меня. Ясно, нахуй. Если не меня, значит никому. Джаггера можно бить быстро, издалека два выстрела из ХП. А сам на самом острове они тоже душные там становятся? Что, сложный взлом, Миш? О, блять! Я взламываю, но он не простой тут. Необычный. Что там, цифры надо выбрать? Нет, отпечатки подбирают, но не такие же, как казики, другие. Нахуй ты? Да, это мне. Ну тут три отпечатка нужно подобрать. А где Джаггернаут, блять, я его не вижу, нахуй. Его и тоже не вижу. Под нами? А где он, блять, реально? В этом сейфу? Да. Надо как раз документы квестовые, так ребята, я думаю, этим и занимаются как раз. А я зачищаю вокруг, чтобы ничего не мешало нам потом. А вы видите добычу, которая 381 тысяча, да? Да, да. Не. Не знаете, Андрей, я первый раз играю эту хуйню. Ой, ебать, меня сбросило. Бро, да я быстрее приду. Умоляю, попробовать. Если стримом. Смотреть. Дай. Ну я сейчас залюсь, зайдешь. У меня тут 4 минуты просто, 2 я уже я тут ломаю. Не, да оно ж восстановит время, если выйдешь. Что-то. Можно Джаггернаута поджечь? Джаггер ебашит, одна тычка, ты умираешь. А он вот тут, да, стоит, значит, наверху он? Он возле дома. Нет, вот тут, да, вот да, да, вот он. Так, а давай его можно от бедра просто. Убежи, блядь! А, не, нормально, ушел. Да. Давай я его попробуем от бедра его, типа, захуярить. Я пытался от стены вот. От стены, да. Все, я убил Джаггера. Хорош. Ай, блядь. Вау. Что это, мужик? Можно мужика спасти? Пуму это можно убить? Пуму нельзя убить, блядь. О, пума выбралась! Подобрал. Вот я этого и боялся, блять. Хоть она, ее нельзя убить нахуй, она бегает по территории, блядь. Короче, идем к ребятам. Или вы там, нам, вы там, мы не нужны там, вроде, да? Да я думаю, не нужны. Идите голду лутать. Какую а голду? Лутали, блядь, одну голду. Это чтобы остров открылся, я не вижу по карте, где он находится. Короче, нужно ебаное задание сделать. Иду вниз тоже, блядь. 3-1-2-3-14. Папки есть. А, тут одновременно надо открыть с кем-то. Они бесконечные, я понимаю, но, блять, они если будут копиться, то нам будет пиздец, как неприятно потом. Забрал, да? Да. Картины тут... берем тут что? Шел... Картины, деньги самые хуёвые сейчас. Картины самые хуёвые? Да, и деньги. Да. Ну тогда не берем. Что, все на выход? Ну, я не знаю, что тут у Арсения. Да нахуй голду, погнали так сразу на выход. У нас уже полтора ляма есть. Охуеть, блядь. А еще залутать еще два. Да он троллит же, блядь. Чё, погнали на лифт обратно?
Ты ничего не взял. Но вот тут, вот тут можно выйти из главного этого. Мы же не идем на выход, ребят, сейчас. Кстати, не откроет, посмотри, что там за дверью у него. Ой, блядь. Да, Сеня залил нам, конечно, интересное все. Предлагаю его не брать на снайпе, раз. Да, блядь. Как будто вы next пойдете, на. Я бы сходил на снайпе. Куда? Что еще такое грабу? Это последняя же. Да и нет, я имею в виду эту уже, только с другими самолетом там. Ааа, блядь, блядь, нихуя нету. Ну, сходи, ебать. Это эвакуация просто из комплекса. Бери дверь, блядь. Ну, это просто, блядь, я понимаю... Другой вход, да. А, сумки набивать просто надо. Тут, я беру из комплекса. Тут бабло, типа, есть, но я бабло пока не... А, тут нужно снаряжение. Не беру, блядь. Ну, нам на главный выход. А вот тут какой-то... Это выход, главное, чтобы выйти отсюда, погнали. А, ну броники отстегиваются только в путь вообще, блядь. Вы хотите выходить отсюда? Нет, нахуя? с комплекса только сюда выходит. А тут в комплексе есть же золото, ебаный в рот. Я забрал одну где, золото. Где золото еще? А мы же, да, хуй знает, мы же на камерах видели его. Ну я помню, да, но все, я... Все, его забрали. Ну ты карту открой, больше нет тут золота. Так она не показывает. Вы уверены, что вы все посмотрели? Ребят, скажите, пожалуйста, вот я золото забрал. Будет еще тут золото где-то? Ну, есть смысл там обыскивать, прям? Ну типа, а вы что, на улице много золота находили где-то? Я помню только траву и кокс, блядь. Ну, на улице там только трава и кокс, но мы ее и набьем. Подвали просто... забрали лут доп цели, ну парни собрали там вроде бы что-то. Я забрал только золото. Но прикол я в том, что у меня уже забит рюкзак на 75%. А, ну серьезно? Ты забрал фул золото, потому что. Да, фул золото, потому что. Ну, удивительно. Вот у меня тут есть что-то за дверью. То что? Ну, вот нажмем, нажмем. Раз, два, три. Хуя, я понял. Бля, нихуя нет, реально. Там не видно было, если что-то было. У тебя сумка пустая, ты же понимаешь? Ну да, ну так у нас же, блядь, нам дохуя еще будет этих спотов. Я могу деньгами забить, в принципе, но нахуй. Так пойдемте, если лучше коксом забьем. Да, да, пойдем. Нахуй деньги, Влад, самое хуевое. Нам кокаина и золото хватит точно, чтобы все забить. А вот там сбоку, типа, код. Это что вот такое? Это выход просто. Это просто ворота. Это просто ворота. Я жду на выходе. Я на главный пойду. Я тоже на главный. Патрон такой просто заканчивается. А что мы, как выйти-то? Ждем, пока все придут. А все они там носятся. Ну я смотрю, что есть. Ну окей, если вы хотите. Мы же все на камерах до этого смотрели. Так оно не подсветится, пока ты не подойдешь. Оно все подсвечивается. Оно просто, оно все подсветится. Мы сейчас выйдем, и ты увидишь, что на карте фул у нас все будет. Я подошел. Да-да. Если там на камерах вы все посмотрели, то все, больше нету. Ну... Так, ну теперь остров у нас, опа. Теперь карту открываем, у нас все везде есть. Ебать, снайпер хуярит. Да тут вообще так какая-то заваруха, блядь. Я предлагаю вообще разделиться можно. Ну да. Да выбрать то, что ты хочешь нам, взять. На мотик сейчас цепанусь и поехал. Ну вот, типа, есть кокаинум с левой стороны, с правой стороны. Тоже есть. Кокаинум, я вот трава. Я вот на траву поеду. Я направо. Надо налево двоем ходить, наверное. Есть кокаин там. Я по центру поеду. На марихуану и на кокаин. И на выходе у нас тоже кокаин, не забудьте. Ой, бля, Радос, сори. А хуй проедешь, ты бери меня, наверное. Ты куда через главный поедешь? Я в центр еду. Давай. За марихуаной и кокаином. Ты сейчас сдохни, да, просто, да, здесь, давай. Нахуй и все. Такими темпами. А тут чего не выберешь? А, тут так просто и не выберешься. Нет, ну, блядь, ребята, не вовремя. Ну чисто вовремя ебашь. Ой, стой, Миша. Мотик, да? Да, лучше. Давай лучше на него присядем. Давай лучше на мотике, согласен тоже.
А он одноместный радос. Блять, серьезно. Да идите, идите, езжай. А, сука, попадает по нам и урон получает. Тут не то, что урон, а деньги тратит. Ну конечно. Я же слитки золота. Ой, блять. Я уже забыл прелести этого острова, нахуй. Бронекустовского, точнее. Блять. Какой же пиздец, если честно. Блять, ну ебаный бронекуст хуесосный, а. Бля, что-то я кокаином сумку набил, бля, 200 тысяч, хуйня какая. Ну, золото 300 тысяч. Нахуй тебе был торец. А так не можешь, типа? У нас же резаки. Хуй знает, правда. Или он только у меня, типа. Да ёб твою мать, а. Ну, у меня... Мне кажется, я сейчас сам вертолет нахуй проще взорву, блять. Ну, нечем нам его ротировать. Он улетел. Заебись, но я пешком двигаюсь, у меня тачка застряла, блять, в кусте. Тебе шед прилетит следующий, так пускай, блять. Этот же не мешать хотя бы не будет. Видели волшебство, какое сейчас сделали? Ну я, наверное, в аэропорту буду забирать кокс еще и все. Ну вот это кто, Сандей? Да, это я. Я здесь заберу все. А, ну хотя все не заберу, трава не поместится. По траву? У меня свободная сумка, если что, до сих пор. А голды у нас нигде нет, да? Только походу один раз нашли и все. Ну я так понимаю, как повезет. Бля, да? Ты был на мотике, да? Надо тебя убивать, красавчик. Это ж трава, блядь. Блядь. Трава тут, да? Да. Ты же на карте видишь. Ага. Собираю. Кавери. Не блять, баник. У меня сумка на треть от силы полна. Трава 30% занимает. Да. Нормально, две травы возьмем тогда еще. Ну если найдем, где. Там в аэропорту дохуя. В аэропорту дохуя. Разве в аэропорту я вообще ничего не вижу? Нет, два там, два или три точно спота. Ну, рванули тогда. А у вас забитые сумки, да, у всех? Фул, да. Но я вот травой сейчас забил. Я забью коксом на аэропорту. Ну и там что-то останется, мне просто... Да, трава останется. А, ну окей. А, у Родоса сейчас. Две травы, Родос, да? Да, у меня тут две травы. Я у Родоса тогда заберу. А, ты умер? Это пиздец. У нас еще похуй. А у нас не закончилось. А, ты наблюдал. Блять, мы твою долю не возьмем. Бля... А, да? Да, походу. Ну, пацаны, ну у меня там забейте. Казус произошел. Да, да. Казус бели. И берите траву, берите, блять, опс. Я все забрал. У меня фул, пацаны. У меня колеса не было, у меня моток не поворачивал. Ну, мне кажется, на самом деле, что тебе вообще ничего не дадут, и ты типа умер. И плохо у меня, если честно. Просто прыгнуть в воду и уплыть вдали, это типа выход будет считаться, что ли? Да, да. Мне кажется, тебе не дадут уйти так просто. А ты чёрт, мой этот забрал мотик, что ли? А, бля, сори, я... Я заберу свой мотик, не проблема. Брони просто не осталось, вот это мега хуёво. Да и патронов, блять, мало что-то дали, пипец. На броне пистоль-то. Нормально, разбираешься, Кири, там? Нормально, а, нормально.
Что за лупа? Так, а как ты там, как ты там, Киря, забирался справа, наверх? Справа, сразу. А, погоди, ну там внизу? Может, нет, кокаин вот с другой стороны. Но внизу трава. У меня пол забито уже. Вот так, сюда. Так а нахуя вы взрывались, если кокаин сзади, пацаны? Кокаин сзади, пацаны, есть. Так тут же тоже кокаин, не? По острова там. Трава там. А где кокаин? Вон с другой стороны. С другой стороны. Иду. Да, нам ПВО разъебать не надо. А, ну потому что у меня сумки фу. Ну мы низко поплывет, там говорится, чтобы высоко не надо летать и все. А, окей. Одежду можно было поменять. Типа реально тут можно способ надо. Разные способы. Можно превратиться в охранника типа. Угу. И типа как под видом охранника. Так, да, это ж кокаин? Да, Миша. Да. Снайперка остался. Ну все, у меня фул. На самолет, да. А система ПВО работает. Ай, блять. А он же на двоих, не? А, или... А, я понял. Блять, давай, парни, быстрее! Да давай, смотри, а чё ты спрыгнул-то? Смотри, куда ты, смотри? Система ПВО работает, сначала надо нейтрализовать. Да мы низко поплывем, похуй. Ты думаешь, так сработает? Я думаю, да, сработает. Он сказал, хоть взлетите, типа вас взорвут, но я, блядь, вот просто вот так сейчас полечу. Ебать, ты там сидишь, как блатной чел. Вообще, блять. Бля, ракета сзади, ракета сзади. Блять! Да-да. Хорош, Радосик. Да. Всего-то надо было дойти, там было 100 метров для того, чтобы отключить питание. Пиздец. Чел, ну что ты как этот? Бля, пацаны, если честно, я по приколу кричал, ракета сзади и вас взорвала нахуй. Бля, ну нормально, что я не сдох на свою долю, получив пули. Ну все, чё ты как? Чё вы какой-то? Кто-то не нажал? Я нажал. Я нажал. Нас, походу, не спускает. Да запустит. Ну я нажал поезжап, если что. Ну да. Сейчас запустит нас, не знаю. Она с самого начала. А, не, с этой хуйни. Так и нормально, блядь, лол. А, или... Нет, ебать! У нас все. А! Все нормально. У меня просто в начале денег не было, сколько там. Сумка у тебя полуполная, да, Радос? Да, да. У меня пустая также сумка. Поэтому... Все нормально. Сука уже пошел. Потом тебе патроны. Блять, у меня патроны вообще не кончаются. У меня тоже не кончаются. А, я там заберу. Бля, ну сдохну сейчас, как нехуй нахуй на самом деле. Так здесь же похуй, если ты умираешь, типа просто твоя доля пропадает. Короче, я лечу на взлет, пацаны, сразу. И заберу... Там кокаин, который остался. Я заберу траву и кокаин, который спереди. А, и сломаю взлетку, хорошо? Угу. Давай. Буду взлетку сидеть, помню. Бля, ебаные бронекусты, я их рот ебал на туре. Саглы. Блять, верт на меня сагрился. Жраться. Два еды, броника, блядь, осталось. Ха, пиздец, у меня вообще уже тоже нет броников. Так что ты еще старичок в шоколаде. Подожди, вы типа слева забираете, да, Тоша? То, что я забирал, или то, что я забирал, мне забирать. Просто прыгнуть в воду. Я забираю то, что я забирал. Так а зачем нам в воду прыгать? Мы же хотим, блядь, залутать. Не хотим просто в воду прыгать, как долбоёбы, и плыть, блядь, никуда, нахуй. Чтобы это засчитало, блядь, никуда. Ай, блядь, нихуя там вертак мне. Интересно, хочется кто-то прыгать. Надавал по дупе. Бля, ну меня вертик душит. И вашему в лопасть сзади. О, убьешь от этого козла, да? Я пошел собирать.
Блядь, а мне тут нужно, блядь, пацаны, я не заберу тут этот. Мне нужно от вас эту хуйню, жука. Рыбакорез? Да. О, видели, как он собирает? Какого хуя деньги в ограблении так не собираются? Вот это самый непонятный вопрос. Вас, посмотрите, что он делает. О боже. Это... Короче, я переоделся. Это Next Step of Evolution. И тебя, типа, теперь не будут хуярить? Да, схуяли, блядь, хуярят. А чё, а Кейн внизу вот этот заберет кто-нибудь? Сеня? Какой внизу? Вот, кокаин слева от тебя. Ну, я к нему бегу, да. А, ну ты заберешь все, что там есть, да? Да, да. Все, окей, я тогда наверх за Маривановной еду. Миша, ты можешь марихуану на этот забрать сразу? Вот у меня тут. Есть болторез же, Миша? Болторез, да, вроде бы. Заберешь две штуки. Иди сюда лучше, откроешь мне и себе заберешь. Ох, ёпта. Ну, ты думаешь, типа... А у вас, пацаны, что по сумкам? Я сейчас... Тут для ПВО нужен тоже болторез. А, ну я еду, короче, к Радосу, вы есть что тут по пути цепанете. Болторез есть, да? Да-да-да-да. Да сука, иди нахуй, ебан! Как я сюда в прошлый раз залез? Ну, погоди, болторез же он не одноразовый или одноразовый? Нет, нет, он не одноразовый. Просто когда я пихаю. Ну все. Ну это пиздец какой-то. Ну я ебал, блядь. Ты тут со мной, да, Сеня, как я понимаю? Да, меня ебут со всех сторон. Ну, я тоже, да. Да, чел появился, просто... Просто из ниоткуда, да? Открой мне сначала болторезом этот. Ага, ща. Там еще кокаин надо будет отключить. Кокаин, хорошо. А, это не болт. Прям так ебашишь? Ну да. А как тебе еще надо? Так, и кокаин тут забирать, да? Ой, блядь. Что взламывать надо? А, я понял. Что, мне забирать траву или там кокаин еще где-то есть? Пиздец. Ну там у тебя вроде и кокаин и трава в этом бункере твоем, где ты сейчас. Нет. Блять, со всех сторон, блять. Блять, ну через стены шьют, что за хуйня? Мне, видимо, везет. Я, блядь, хоть и без броников, но меня есть. Жалеют как будто. Один. Ай, блядь. Один. Лизак у всех должен быть, но Родос не смог открыть, как я понял. Не-не-не. Или Родос не пробовал. Да, стоп. Лизак, что? Я пробовал, мне нужен Лизак. Не работает, да, понял. Так, ну я фуловый. Что нельзя-то, погоди, бля, 90 на... О, не то, да. Переодеться, МБ? Так нихуя же не изменится. Ну, я переодевал, ничего не поменял. Типа, мы ж тревогу вызвали уже. Ладно, я понял. Кстати, если они будут броней с автоматами, блядь. Вообще пиздец бы был просто. Что за хуйня, блядь? Декоридес. А, ну меняет цифру, ёбана в рот, 15. Пизда пёр, блядь. Я сейчас проебу походу еще. Здесь у нас тут эти рыцарские поединки, блять. На взлетной площадке. Пацаны, я походу проебал эту хуйню. Не получилось? Там невозможно ее проебать, она заново начнется просто. А там время. А, да? Она заново начнется, да. Это я тебе то, наверное, нажал, типа, чтоб перезарядиться. Ну математика ебаная, нет, математика. Помочь? Так, ну я тут сумку заполнил, но... Подождите, так хорошо, а никто кокс не... Родос, ты кокс не берешь, Миша? Беру, но мне нужно сначала взломать эту хуйню. Эпика нагнал, ну так, блять. Connection failed, еще раз, да, оно получится? Да. Ой, блять. Да, можно еще раз.
А вы все заполнились? Да, да, можете брать, да, я так знаю. Давайте, да, идите сюда. Все, все сделали? Да. 80 это сколько? Это 16. Это 8. А это сколько? 4. Давай, Родос, я подошел. Я не могу выйти, походу. Теперь этот мини-злом удерживать, да, могу. Там, короче, математика ебанная. Нужно получить верхнее число. Два с половиной ляма. В принципе, это реально самая выгодная граба. А если повезет, и два раза будет золото. То это круто. Все хорошо. Да, я вырубил коня. Все, можно уебывать. Ну, рыб, да. Уебываем, парни! Все тут уже? Так, все, нет. Ну, я подъезжаю тогда. Бля, меня прошивают так-то. Там из кустов какое-то чмо стреляет. Давай, давай, Миша, Миша. Давай, я кушал еду. Серферы, блядь. А где комплекс находится? Ну, слева, который... дома. Не, вот этот с правой. Вот справа вон ПВО этот. В комплексе я имею в виду дома, нет? А. Не комплекс с ПВО. Ну, вон там справа был он. Тут самолет есть. Еще тут, да, самолет. Еще сзади. Бою... Какие нахуй боевые катера, блять? Эй, кто сумку скинул, ебать? Деньги вроде бы не убрались. Ну вот он в конце сказал, вся команда выбралась, хорошо. Если бы Сеня сдох, мне кажется, он сказал, типа, ну, без потерь не получилось. Как будто на F нажал в конце. Не, прикольная граба. Да и подготовки не такие душные были, потому что мы реально быстро их делали. Для сына надо было сфоткать. Все в дырах, как пуль. А у меня все чистые, я нахуй один разъебанный. Брюс Уиллис, блядь, даже тут, охуеть. Hey, hey, Dad, yeah, no, this'll be quick. Just wanted to let you know that that Strickler thing, the files, yeah, I did it. No, 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 they're in my hand. Took care of it, it's done. Yes, so I, you know what, I was thinking that maybe you and I could sit down again and talk about that crypto deal, or that condo project that I mentioned, remember? Dad? Dad, Dad, hello? Yeah. The service here, it's just fucking third world, you know? Мне нравится, что типа мы так мало золота нашли на один раз только. Right. Ну что, сейчас еще разочек по-быстрому пройдем. Yes, okay. Что там, то же самое будем делать? Да, это Сандей в голове у себя придумал. Теперь я понял, почему, типа, условно, за час, типа, там, сколько миллионов, потому что ты идешь, блядь, быстро лутанул эту хуйню, потом быстро зашел. А как в соло, блядь, голду лутать, если там два кода? Да даже если ты в соло просто пойдешь, просто один документ, ты уже плюс трям берешь. Ну да, да. Да, ну, в общем... а как казино грабить одному, блядь, если там, блядь, бля, на самом деле казино было пиздато одному, блядь.
Да я бы пошел бы казик поставил. Не знаю, вот если брать судный день, казино, ну, не считая ванильных, вот это самое интересное ограбление, блядь. Казино пиздато, не ограбление не на само. Типа быстро проходится такой чистый экшончик на острове, чик-чик-чик, кайф, блядь. Да хуйня, честно, после, все после дефолтных такая хуйня. Да не, вот ну... это прикольная игра, только самая первая часть долгая, где типа исследовать камеры надо. А, кокаин самый дорогой доп куш, нам говорили золото, блядь. Это неправда. Опа, да ты шо, блядь. Хватит, это фотки Тревиса. Да, да. Тревора, Тревора, да. Трэвис Скотт. Пиздас. Пять лямов, шо? А, пон. Да, только не влезет тебе пять лямов. 600 тысяч, это нахуй смех, реально. Эх. Да нормально, 634. Пойдет, в принципе. Даже не дали какой-то бонус, ни за что не дали. Да. Без смертей бы дали, наверное, да? За первое нихуя не дают, вот это обидно. Это забавно, что типа вроде бы остров интересный, пиздатый, да? Но по факту ограбление такое, блядь, пять минут, блядь, на нем. Да, на, вот ну, честно, мне наоборот этим понравилось, что ну типа вот этот экшен, торопиться надо, типа быстренько и так далее. Вот, не тягомотина, ничего. Быстро собрал, уехал, чисто пейдейчик такой, блядь. Ну в соло реально, типа, ты соло лутаешь лям только с этой хуйни и просто подбираешь остальную хуйню. Бля, что нельзя использовать свое оружие, да хуй, бронебойный вот этот пистолет, вообще нихуя не надо больше. А прикиньте, если бы его не взяли, на мотоциклах бы ехали, пришлось с обычного говна стрелять. С обычного пистолета, да, честно, не так прям сильно бы подбивало это. Да не, не знаю. Не заходит обычно. По башке также стреляешь, да и все. Ну что, все? Ну, видимо, о, да. 100 тысяч дали. 100 тысяч еще дали? Да, 100 тысяч дали сверху. Это, наверное, тебе как владельцу дали острова. Нет, вам всем должны дать за первое прохождение. Это награда. Да, Найкролыч видел. Прикольно. Прикольно. Ну, если там написано за первое прохождение, то должны, да. Просто мне не написало, что должны дали. Топ самый дорогой, но занимает место. А кокс... Нет, о, да, мне тоже. Всего меньше, мне тоже дали, дорогой. Найс. Все, получается нужно в соло кокс фармить, да? Короче, в соло нельзя, ну... Ачивок не, надавали не еще. Ой. Ну, прикольная игра, мне понравилась. Соло золото, да? Не можешь забирать? Тоже. Да, ну, соло если без исследования острова, вот этого бесполезного, в целом норм. Мы быстро сделали подготовки. И поэтому нормально было, в принципе. Похуй на это исследование. Мне кажется, если ты соло делаешь, то там тебе исследовать не надо. Просто по местам ездишь. Что нашел, то и забрал. Ну, факты. Текила, синк, текила есть какая-то, вот говорят, 900 тысяч. Розовый алмаз, 1 300 000 можно найти. Рубиновое ожерелье, 1 000 000 Пантеру это файлы. Можно найти. А? Пантеру, говорили, можно найти. Пантеру, да. А я сейчас вообще Найкролл этот читаю, комикс облигации по пацанам. А как это найти, вопрос сейчас? Хоумлендер, конечно, в комиксе немножечко другой. Ну, именно визуально. Да и так, типа. По некоторым вот как вещам. Найти, если, прям, если на камеры их не палятся. У нас только время ивентов славится, понятно. Пантера тоже, да блядь. По праздникам, что ли? Заново при подготовке выпадает что-то одно. Блин, ну в соло делать эти подготовки такая, ну, данная душнина. Тягомотина, да. Так... Знаешь, как можно делать? На 4 вообще сделал дефолтный. Не-не, знаешь, как делать? Делитесь на 4 человека, каждый делает в своем мире, блядь, эти испытания. А, и, по очереди, и потом по очереди заходите к друг другу. Да, нормальная бля, вот тема, это блядь. Тема, на самом деле. Чисто паровоз, нахуй. Еще каждый берет зрелов, короче, чтобы быстрее делать эту хуйню. Вот. А зрелам хуем по губам провести. Ну да, нет, ну они же там получают доп эти деньги за выполнение.
А, да? Ну ладно, за работу громилами они получают доп. Деньги, а? 30 тысяч заработают игроки. 1100, мне кажется, можно сделать, пока они будут фигачить. Какой им с этого профит, если они сами проще сделают? Блять, камон, ну если не хочет зрелы, они просто не заходят. Это ж добровольно, ты ж никого не заставляешь. В смысле не заставляешь? Ты сам можешь эти квесты сделать легко соло? Вот коризак плюс оружие плюс коды. Или как-то так эта карта и полетела. Типа 4 подготовительных и все, да? Типа если ты по ситуации проходишь, то тебе похуй на оружие, типа. На оружие, вертолет и так далее. Ну да. Ну я говорю, чел говорит, типа код. Оружие, код и резак, все. Не, ну вообще то, еще что много граф GTA осталось, все, мы все сделали. Да, все, прошла эпоха GTA, получается. Бля, не знаю, я буду играть, мне нравится GTA. Плейлистики я еще готов играть. Плейлистики тоже, да. Я бы сейчас гоночку нахуй на часик, а? Не-не-не. Ебаный дождь, не вижу дождь. Кайф. Дождь кайф. После него грибы появляются, так что не надо.